Чин пострижения в великую схиму требовал много времени. Схимонах отчуждается от мира и становится новым человеком с новым именем. Но на полный чин времени не было. Тот, кого сейчас готовили к принятию пострига, умирал. Ему надо было успеть родиться заново. Не в силе Бог, но в правде. Он сказал это много лет назад. А была ли в его жизни правда? Защитил он свой народ или навесил на него ярмо? Спас он свою бессмертную душу или погубил? Об этом ведомо только Господу. А он, бывший князь Александр Ярославич, ныне смиренный схимник Алексий, может лишь уповать на бесконечное его милосердие. Безмятежное детство Александра прошло в Переяславле-Залесском, где стройный собор соперничал в белизне с облаками, а убранство княжеских палат не уступало великолепным картинкам в старых книгах о деяниях древних царей и великих героев. В огромной отцовской библиотеке хранились и русские летописи, и византийские хроники, и Александрия, греческий роман о подвигах Александра Македонского. Княжич был заворожен историей своего великого тезки, который завоевал полмира и даже, как говорили легенды, отодвинул конец света. В детстве княжич Александр всегда был при отце, Ярославе, и вслед за ним перебрался в Новгород. Учился у отца искусству управления и науки войны. От него Александр узнал, что настают тяжелые времена. Главной угрозой был натиск на Северную Русь крестоносцев, западных христиан. Христианская церковь не была единой, и две ее части, западная католическая и восточная православная, враждовали между собой. Православными были балканские государства, несколько областей в Малой Азии и Русь. Почти вся остальная Европа находилась на тот момент под контролем католической церкви. В самом разгаре была эпоха крестовых походов, религиозных войн западных христиан против мусульман Ближнего Востока, а позже и других иноверцев, в том числе в Восточной Европе. Католическая церковь вела агрессивную политику захвата земель и насильственного обращения язычников Прибалтики в католическую веру. Крестоносцы Тевтонского ордена стали угрожать русским землям, в первую очередь Новгороду. И вот тогда князь Ярослав преподал сыну свой главный урок. Русский князь не может допустить обращения своего народа в другую веру. Поэтому с крестоносцами он будет воевать, чего бы это ни стоило. Александр отправился с отцом в свой первый военный поход под Дерпт, который когда-то был русским городом, а теперь принадлежал Тевтонскому ордену. Навстречу новгородскому войску вышли закованные в железо рыцари. Одним своим видом они были способны обратить противника в бегство. Прежде Александру еще не приходилось видеть врага столь грозного и, кажется, непобедимого. Но русские полки не дрогнули. Выдержав первый натиск, они сами пошли в наступление и быстро смяли рыцарей. Княжич Александр, задыхаясь от кипящего в груди восторга,
вместе с дружиной гнал крестоносцев до самых городских стен. Тех, кто не успел укрыться в крепости, русские вытеснили на лед реки Амовжи. Лед треснул. Ставшее беспомощным, железное воинство затонуло. Победа была полной и эффектной. Князь Ярослав сумел отобрать у ордена часть земель. Крестоносцы убедились, что в Новгороде есть кому держать меч. А княжич Александр усвоил, что непобедимых врагов не бывает. Пришла пора жениться, и отец выбрал ему невесту. Дочь полоцкого князя, Александру Бречеславну. Это был политический расчет, чтобы заключить с Полоцком союзный договор. Но брак по расчету обернется жизнью в любви и согласии. Княгиня Александра будет доброй женой, она родит своему князю 5 детей и впоследствии будет прославлена во Владимире как местно чтимая святая. В супружеской жизни Александру и Александре было отпущено всего 25 лет. Князя Ярослава Всеволодовича призвали на Киевский престол, и он оставил наместником в Новгороде сына Александра. Юность окончилась. Молодому Ярославичу теперь нужно было самому воевать с рыцарями Тевтонского ордена и Литвой. Самому договариваться со своенравными новгородцами. К этому времени уже не менее 100 лет господин Великий Новгород жил по своей особой правде, новгородскому своду законов. Был волен в посадниках и князьях, сам решал, с кем воевать и как собирать подати. А князь, согласно договору, который он обязательно заключал с Новгородом, должен был делать то, что решит вече. В начале июля 1240 года к Александру прибыл гонец и сообщил. В него вошли шведские рыцари на многих кораблях. У впадения в него реки Ижоры встали лагерем. Шведская знать вознамерилась одним мощным ударом покорить русский север. Крестоносцы снова взялись за свое. Их нужно было отбросить прочь, быстро, жестко, по возможности навсегда. Медлить было нельзя. Чтобы собрать ополчение, требовалось решение вече и несколько дней на сборы. Зато княжеская дружина постоянно была в боевой готовности. И Александр не стал никого ждать и никого ни о чем спрашивать. Князь просто поставил Новгород перед фактом. Он начинает войну за православную веру. Прежде он выполнял волю своего отца Ярослава. Теперь пришло время исполнить волю Отца Небесного. И в этом князь Александр не сомневался. После молебна в Святой Софии он вышел на паперть и обратился к дружине. «Братья, не в силе Бог, но в правде. Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог». Он выступил в поход с малой дружиной и самыми расторопными из бояр новгородских, кто первый успел похватать мечи и надеть шлемы. Вдогонку ему вече дало согласие на поход, и ополченцы бросились догонять дружину. Утром 15 июля 1240 года войско князя Александра обрушилось на шведский лагерь, и к вечеру все было кончено. Спустя несколько дней весь Новгород уже знал подробности битвы на реке Неве. Победитель, который спустя несколько столетий получит прозвание Невский. Новгородцы просто заходились от гордости. Вот это войско, вот это князь. Они бы понесли его на руках, да дружина не позволила. Но когда поразвеялся хмель восторга, Новгород призадумался. Князь пошел воевать своей волей, то есть в нарушение договора и новгородской правды. Победителей, конечно, не судят. Но немного ли берет на себя князь Александр Ярославич?
Однако молодой князь уже успел хорошо изучить новгородцев. И когда Новгород решил показать князю, кто здесь хозяин, Александр забрал семью и уехал в Переяславль, как это не раз делал его отец. Господин Великий Новгород счел, что дал укорот не в меру ретивому князю. Но в это время с запада уже катилась лавина очередной войны. Крестоносцы штурмом взяли крепость Изборск, а вслед за ним, после тяжелой осады, сдался Псков. И тогда новгородцы пошли на поклон к Ярославу Всеволодовичу, просить, чтобы снова дал им сына в князья. Ярослав послал младшего сына Андрея, но этот вариант Новгород не устраивал. Им нужен был не просто князь, а воин, храбрец, победитель. В общем, им нужен был Александр Ярославич. Только тогда Александр согласился вернуться. Мощным ударом он вышиб немцев из Пскова и пошел дальше. В захваченную орденом Эстонию, или Чудскую землю, как называли ее на Руси. Князь Александр с основными силами подошел к Чудскому озеру. Много лет назад, еще подростком, Александр Ярославич видел тевтонов в бою под Дерптом, и это зрелище навсегда врезалось в память. И была сеча зла, и треск от ломающихся копий стоял. И показали враги спины свои, и секли, гоняясь словно по воздуху. И некуда было бежать им. И возвратился князь Александр со славной победой. И вели босыми подле коней тех, кто именует себя божьими рыцарями. Битва на Чудском озере за века обросла множеством мифов, большая часть которых возникла уже в советский период, когда историки провозгласили ее крупнейшей битвой раннего Средневековья. В настоящее время доказано, что сражение не было ледовым. Середина весны в XII веке была гораздо теплее, чем сейчас, даже на севере Европы. В момент сражения на озере не могло быть льда такой прочности, чтобы на него могли выйти сотни тяжело вооруженных кавалеристов. Масштабы сражения также сильно преувеличены. Установлено, что с тевтонской стороны в нем приняли участие не более 40 рыцарей и 200 рядовых бойцов. С русской стороны – около 400 воинов. В этой битве тевтонский орден потерял убитыми 20 и пленными 6 своих лучших братьев. Четверть всего рыцарского состава. Потери среди рядовых не считал никто. Победа Новгорода была полной и безоговорочной. Магистр ордена подписал с князем Александром мирный договор, по которому орден отказывался от всех захваченных прежде русских земель, равно как и от продолжения войны. Позднее на Северную Русь нападет еще один, не менее опасный и многочисленный враг – воинство литовских князей. Но и ему Александр нанесет тяжелое поражение. Новгород с огромным облегчением вернулся к мирной жизни. Угроза миновала. Но настоящая беда была еще впереди. Она уже давно ходила рядом и подбиралась все ближе. Эхом дальней грозы отзывались тревожные знамения. Говорили, что во Владимире вдруг затряслась земля, так что каменные церкви ходуном ходили. А потом средь бела дня на небе исчезло солнце. Эти знамения... Не означают ли они, что близится конец света? Уже несколько лет на востоке рвали небо и землю огненные столбы неслыханного бедствия. Оно было подобно тем, что описывали библейские пророки. Новгород был далеко, его почти не затронула эта катастрофа, но опалила безмерным ужасом. В пророчестве говорилось о страшном народе от края земли, бесчисленным, как саранча, который своим нашествием подведет черту под земной историей. И вот этот народ пришел. От множества войска земля стонала и гудела. А от многочисленности и шума полчищ столбенели хищные животные.
Почти 20 лет назад из Великой Степи приходило огромное войско неизвестных прежде кочевников – монголов. На реке Калке 20 русских князей бились против них и были разбиты на голову. Говорили, что связанных пленных монголы сложили под доски настила, сели сверху пировать и раздавили их тяжестью своего победного торжества. А потом ушли, оставив за собой черный ужас, удушливый, как дым пожарищ. Тогда на Руси еще не знали, что это войско было всего лишь одним из отрядов неисчислимой монгольской армии. Отрядом, который послал на разведку покоритель вселенной – Чингисхан. Титул Чингисхан или Хан Океан получил в 1206 году племенной вождь Темуджин, сумевший объединить множество кочевых монгольских племен в единое государство. В ходе борьбы за власть Темуджин полностью истребил племя татар. Но именно татарами будут называть монгольских захватчиков в Китае, на Руси и в Европе. В результате завоевания Чингисхана и его преемников к середине 13 века монгольская империя занимала самую большую в мировой истории смежную территорию, общей площадью в 38 миллионов квадратных километров. В 14 веке арабские путешественники утверждали, что протяженность этого государства достигает в длину 8, а в ширину 6 месяцев пути. После смерти Чингисхана его наследники стали готовить поход на запад. Как было сказано в завещании великого хана, до последнего моря, то есть до самого края земли. Войско, которое должно было завоевать западные земли, насчитывало более 60 тысяч человек. Во главе его встал внук Чингисхана Бату-хан, или Батый. В декабре 1237 года монголы подошли к Рязани, потребовали подчиниться и выплатить в качестве дани десятую долю от имущества. Рязанцы ответили: «Когда всех нас не будет, то все ваше будет». Спустя 6 дней отчаянной обороны города так оно и случилось. Рязани больше не было. Она не возродится никогда. Современная Рязань находится в 60 километрах от уничтоженного монголами древнего города. Батый воевал способом волчьей облавы. Пока часть армии осаждала непокорный город, остальные шли по окрестным землям, выжигая дотла все на своем пути. 4 февраля монголы осадили Владимир. Через 8 дней город был взят. Княжеская семья, бояре и духовенство затворились в Успенском соборе, и монголы сожгли их там заживо, вместе с собранными со всего города книгами. Менее чем за месяц пали 17 городов, в том числе Суздаль, Ростов, Тверь, Кострома, Дмитров, Москва. А сел и деревень погибло без числа. В середине марта, не дойдя 100 верст до Новгорода, монголы развернулись и ушли в свои степи. На обратной дороге осадили Козельск. Маленький город сопротивлялся не 6 дней, как Рязань, и не 8, как стольный Владимир, а 49. Только в мае, соединив все свои силы, монголы все же взяли его, прозвав злым городом, и вырезали всех жителей до единого. Потом волна нашествия схлынула, оставив за собой пожарища и горы трупов. Но это была только первая волна. В следующем году монголы пришли снова. Превратили в руины Муром, Переяславль, Южный, Чернигов. Еще через год Батый взял Киев. Древняя русская столица, богатый и прекрасный город с населением в 50 тысяч человек, стал обгорелым кладбищем. Спустя 6 лет там едва насчитывалось 200 дворов. Пройдя юго-западную Русь, хан Батый разорил Польшу, Венгрию, Хорватию и вышел к Адриатике. И дойдя до последнего моря, как завещал Чингисхан, Батый развернулся и ушел обратно в степи. Он остановился на Нижней Волге, и вскоре вокруг его ставки возник целый город – Сарай-Бату, дворец Батыя.
Время походов окончилось. Пора было установить на завоеванных землях монгольский порядок. Немногие оставшиеся в живых князья собирались на съезд. Решать, кто займет великий престол, опустевший после гибели Владимирского князя. Александр добирался во Владимир из Новгорода дольше всех. И каждый день этого страшного путешествия казался длиннее жизни. На месте многолюдного шумного торжка стылое пепелище. В Переяславле нет больше знакомых с детства улиц. Стольный Владимир, ограбленный, оскверненный, похож на кладбище. Храмы с ободранными куполами наспех прибраны и заново освещены, чтобы было где отпевать бесчисленных покойников, на которых не хватало ни гробов, ни саванов. На съезде великим князем Владимирским был избран отец Александра, Ярослав. Ему теперь предстояло, собрав уцелевших и похоронив мертвых, восстанавливать столицу и всю северо-восточную Русь. Но прежде он должен был признать свою зависимость от Орды или потерять все. Он, князь, больше не был хозяином своей земли. Теперь то, что принадлежало ему по праву рождения, он должен смиренно просить как милость у монгольского хана. Ставки князя предупредили. Нельзя обычному человеку поднимать глаза на великого хана. Великий хан сын солнца. А на солнце разве можно смотреть? Князь и без того предпочел бы ослепнуть, чем заглянуть в медный лик своего позора. Ярослав выполнил все требования монголов. Батый был доволен его покорностью и выдал ему ярлык, письменную грамоту на великое княжение Владимирское и Киевское. Так началось иго. Монгольское иго – политическая зависимость русских князей от Орды. Слово «иго» обозначало ярмо или хомут – часть упряжи рабочего скота. Подтвердив права на собственные земли, русские князья становились не только вассалами, но и данниками хана. Иго продлится более 240 лет. За это время через Орду в русский язык войдет около 2000 слов тюркского происхождения. В 1246 году власть над Монгольской империей принял хан Гуюк. Правители всех завоеванных монголами земель должны были присутствовать на интронизации великого хана. Владимирский князь Ярослав отправился в монгольскую столицу Каракорум. Он выполнил все, что от него требовалось, подтвердил свои полномочия у хана Гуюка, но вернуться во Владимир ему было не суждено. По всей вероятности, мать Гуюка поднесла Ярославу отравленный кумыс. Князь Владимирский Ярослав умер 30 сентября 1246 года. За 10 дней до этого в ставке Батыя, Сарая, был убит князь Черниговский Михаил за то, что отказался исполнять языческий обряд очищения огнем. При жизни Ярослав и Михаил были соперниками, но смерть объединила их. Спустя много лет они будут прославлены церковью в лике святых благоверных князей. Весной следующего года тело Ярослава Всеволодовича привезли во Владимир. После похорон огласили завещание. Ярослав оставил великокняжеский престол не старшему сыну Александру, а младшему Андрею. Александр не стал оспаривать волю отца и вернулся к себе в Новгород. Но вскоре пришла грамота из Орды. Хан Батый пожелал, чтобы для подтверждения своих полномочий к нему прибыли оба сына великого князя, Александр и Андрей Ярославичи. От Новгорода до Сарая 2 месяца пути. Через разоренные селения и разрушенные города –
по безводным степям, усеянным костями людей и животных. На дороге русскому обозу не раз приходилось уступать место бешено скачущему всаднику. Красный бунчук, конский хвост на древке, означал, что гонец от великого хана и везет сверхважную почту. Система почтовой и ямской службы была создана при Чингисхане, чтобы обеспечить быстрое и надежное сообщение между отдельными армиями и территориями огромной монгольской империи. Эта первая в мире почтовая система позволяла всего за день донести информацию на расстояние 10 дней обычного пути. Для отдыха гонцов и смены лошадей на дороге располагались перевалочные пункты – Дзям или Ям. Чрезвычайный ханский гонец имел право брать в яме любых лошадей и любые припасы, кому бы они ни принадлежали. Его полномочия подтверждала охранная грамота «Пайдза» – металлическая или деревянная дощечка с изображением сокола. Ханская «Пайдза» была и у русских князей. Батый выдал ее как охранную грамоту. Пайдза защищала путешественников от убийства и прямого грабежа. Батый был наслышан о победах молодого новгородского князя. Он не собирался ломать русскую политическую систему, он хотел взять ее под свой контроль, и потому ему нужен был князь Александр Ярославич не мертвым и не рабом, а союзником, может быть, даже другом. Андрея била мелкая дрожь. Александр был непроницаем, как статуя. Это хорошо. Александр все же поднял на хана глаза. Он был почти вдвое моложе хана и тысячекратно слабее, но держал себя как равный с равным. И это тоже хорошо. Батухан умел ценить отвагу. Подали чаши. В чашах был каракумыс. Царский напиток, прозрачный и сладкий, который достойны пить лишь избранные. «Знаешь ли ты, — спросил хан, — что Бог покорил мне многие языки? Покоришься ли ты силе моей?» «Знаю, — твердо ответил Александр, — и покоряюсь воле Божьей». Бату размышлял, кто кого сейчас переиграл. Но ему не было дела до русского бога. Он сам уже все решил. Именно Александра хан хотел видеть князем Владимирским. Братья предъявили хану духовную грамоту своего отца, который завещал Владимирское княжение младшему сыну Андрею. Последняя воля отца – весомый аргумент. Батый при всем желании не мог им пренебречь. Ярославичам казалось, что все самое страшное уже позади. Осталось со внешним смирением выслушать волю великого хана, который подтвердит завещание их отца, и вернуться, наконец, на Русь. Но Батый решил иначе. Коль скоро братья так носятся с этим завещанием, пусть отправляются решать свой вопрос прямо к великому хану, правителю всех монголов, в столицу монгольской державы Каракорум. Еще 4000 километров. Пекло пустынь и песчаные бури. Жестокие ветра, выдувающие душу. И степь, плоская как тарелка, которая сводила с ума своей бесконечностью. Все эти необозримые просторы были владениями монголов. Территории их порядка, простого, логичного и безжалостного, как сама степь. Спустя 4 месяца мучительной дороги княжеский обоз приблизился к Каракоруму. Над степью стоял рев и блеяние бесчисленных стад, окружающих столицу. Издали холмистая равнина казалась исполинской воронкой, втягивающей в себя все вокруг. Тяжело груженные караваны растворялись среди множества глинобитных домов и разноцветных юрт. Построенный на пустом месте менее чем за 30 лет, Каракорум превратился в город площадью в 375 гектаров, с населением около 30 тысяч человек. Вода из реки по каналам подавалась в пруды и многочисленные бани. В домах для отопления под полами проходили дымовые каналы от печей.
Над плоскими кровлями возвышались 12 языческих кумирин, 2 мусульманские мечети и католическая церковь. Ханский дворец располагался на насыпном холме высотой 1,5 метра. Изнутри дворец был обит золотистым сукном. Высокие пороги и 72 опорных столба обернуты листовым золотом. Во дворе стоял гигантский фонтан, серебряное дерево со львами и змеями, из пасти которых во время ханских пиров извергались кумыс и рисовое пиво. Разноязыкая пестрая толпа текла по улицам. Вдали возвышался ханский дворец, называемый Тумен-Амгалан, 10 тысяч благоденствий. Обрывок русской речи полоснул, как плетью. Русских здесь было много. Мужчины, женщины, дети. И все они были рабами. Каракорум казался не городом, а гигантским базаром, куда были свезены немыслимые богатства со всего мира, и где тысячи пленников, христиан, мусульман, язычников, не разгибая спины, работали на своих повелителей. Прибыв в столицу, князья Александр и Андрей узнали, что великий хан умер. В Каракоруме теперь правит его вдова, Хатун Агулгаймыш. Русским князьям выделили отдельный шатер неподалеку от дворца. Там они должны были ждать, когда великая Хатун Агулгаймыш сможет их принять. Правительнице было не досуг. Все свое время она проводила в гаданиях с шаманами. Ходили слухи, что она не человек, а шулма, степная ведьма. 1,5 года князья провели в степной столице на 7 ветрах под чужим небом. Наконец их призвали во дворец. Бездомно, механически выполнив все надлежащие церемонии, Александр взглянул на Хатун и содрогнулся. У нее не было лица. Неподвижная, густо набеленная маска с пустыми провалами глаз смотрела в никуда, как будто созерцала иные миры. Хатун не пожелала признать Александра правителем всей Руси, как этого хотел Батый. Андрей получил ярлык на Владимир, Александр на Киев и Новгород. Самое страшное осталось позади. Но на Русь Александр Ярославич вернулся другим. Прожив 1,5 года среди монголов, князь увидел совершенно другую цивилизацию. Эти люди словно были созданы не из плоти и крови, а из песка пустынь и степного ветра. И мощь этой империи была сверхчеловеческого разумения и не поддавалась исчислению. В Новгороде Александра ожидали посланники от Папы Римского. Они предложили ему союз против монголов в обмен на принятие католического учения. Раскол единой апостольской церкви Христовой на римско-католическую и греко-православную, называемый «Великая схизма», произошел в 1054 году. Но разделение церквей началось задолго до этого. Рим и Константинополь разошлись сначала по политическим причинам, но далее, век за веком, все значительно усложнялось. Исповедуя одну и ту же христианскую веру, католики и православные различаются в вопросах богословия, особенностях богослужения, церковной политики и культуры. Папским посланникам Александр ответил: «От Адама до потопа, от потопа до разделения языков, от смешения языков до Христова Рождества, от Рождества Христова до страдания и воскресения Господня, от воскресения Его и до восшествия на небеса, от вошествия на небеса до первого собора, от первого собора до седьмого. Все то хорошо ведаем. А от вас учения не принимаем». Кардиналы никак не ожидали такого ответа. По их мнению, князь Александр был не в том положении, чтобы отказываться от покровительства самого папы и от западной помощи. Но Александр Ярославич очень хорошо знал, что делает.
Никакие политические соображения не могли заставить князя поступиться спасением души и верой своего народа. После поездки в Каракорум ему все стало предельно ясно. Монголы – тот самый народ от края земли, о котором говорили библейские пророки. Против него бесполезно военное искусство и военная хитрость – это стихия, которой невозможно противостоять хоть с западной помощью, хоть без. Католики на подвластных им землях меняли все – государство, язык, культуру, вероучение. Орда же не навязывала своих обычаев и не тащила никого в свою веру. Это понимали не все. Младший брат Александра, великий князь Владимирский Андрей Ярославич, перестал платить дань Орде. Батый вызвал в Орду обоих братьев. Александр поехал, а Андрей нет. Реакция последовала немедленно. На земли Андрея был отправлен карательный отряд Неврюева рать. Князь Андрей был разбит и бежал в Швецию. Владимирская Русь подверглась страшному разорению, а ярлык на великое княжение Батый передал Александру. Снова, как 10 лет назад, его конь ступал по выжженной земле. Снова руины городов, горы трупов и тучи воронья. Снова и в сером от пепла ветре, и в колодезной воде, даже в седых камнях. Везде чувствовался этот чудовищный смрад, который он так пытался забыть. И не мог. И не сможет уже никогда. Александр Ярославич сел на Владимирский престол и, как прежде его отец, стал медленно и трудно восстанавливать разоренные города. В 1257 году во всех подвластных великому князю землях шла монгольская перепись. Ордынские чиновники аккуратно вносили в свои бесконечные списки тех, кто должен платить дань. Новгородцы решительно воспротивились этому. Их город не был завоеван Батыем. Они свободные люди, никому ничего не должны платить. Началась смута. Посадник и бояре пытались уговорить Веча покориться, но не сумели. Новгород бушевал до тех пор, пока не явился великий князь Александр Ярославич с дружиной и ордынскими послами. Он жестоко подавил мятеж, а зачинщикам бунта велел публично урезать носы и выколоть глаза. Зачем глаза тем, кто и так слеп? Они думают, Батый прежде не дошел до Новгорода и сейчас не дойдет. Никакие леса и болота не остановят тех, кто прошел полмира. Придет монгольская рать и не будет больше господина великого Новгорода, богатого, могучего и слепого в своей гордыне. Ни одному вольному городу Европы даже не снилась такая обширная территория, которой владел Новгород. Ни один торговый город Руси не обладал такими средствами. И никому прежде не удавалось так скрутить этот богатый и могущественный город, как это сделал Александр Ярославич. Еще много лет спустя новгородцы будут в договорах прописывать отдельным обязательством князя не творить яко Александр. Новгород стал платить ордынскую дань. Карательного похода не было. Александру Ярославичу еще несколько лет удавалось поддерживать относительно добрые отношения с ханом Батыем. Его наследник Сартак сам был христианином. Орда уже была готова перейти от язычества к единобожию и выбирала между исламом и христианством. Но поехав в Каракорум, за утверждением своих полномочий обратно Сартак не вернулся. Он был отравлен по приказу Берке, который стал ханом Орды. А в следующем столетии Орда примет ислам. В это время сбор русской дани Каракорум передал на откуп мусульманским купцам-бухарцам, или бесерменам, как их называли на Руси. Откупщики в сопровождении ордынских отрядов вели себя вызывающе и буквально грабили и без того обнищавшее население Владимирской Руси. На последней каплей стала их попытка распространения ислама.
Князь не мог открыто противостоять бессерменам. Они считались официальными представителями монголов. Но и терпеть их бесчинство Александр Невский не собирался. Он разослал по городам грамоты с коротким и ясным призывом: «Что татар бите!» Первым восстал Ярославль, где своими бесчинствами прославился бывший монах Зосима, принявший ислам и перешедший на службу к бессерменам. Зосиму его хозяев убили, а тела их бросили собакам. За малое время восстание охватило огромную территорию. Во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле-Залесском откупщиков перебили и изгнали из городов. И тогда хан Берке поставил великого князя Александра перед выбором: или большая карательная экспедиция разорит непокорные города, или на Руси проводится военный набор для монгольской армии. Александр Ярославич спешно поехал в Орду, по словам летописца, за христианы с поганами перемогаться. Больше года он вместе с Берке скитался по его обширным кочевьям. В конце концов, хан сменил гнев на милость. Осенью 1263 года Александр Ярославич выехал из сарая. Ему было 42 года, но он чувствовал себя немощным старцем. Была ли причиной болезни или ему поднесли отраву в Орде, это уже не имело никакого значения. Князь велел остановиться в городце Волжском, в Федоровском монастыре, где находилась высокочтимая святыня, чудотворный образ Божьей Матери. Спустя 350 лет иконой Федоровской Божьей Матери будет благословлен на царство первый правитель из династии Романовых. Чин пострижения требовал много усилий. Доползти до игумена, трижды поднять брошенные им ножницы, чтобы доказать твердость своего намерения, готовность к самоотречению, способность к смирению. И только тогда можно родиться заново, в жизнь вечную. 14 ноября 1263 года в Федоровском монастыре городца отошел ко Господу схимонах Алексий, который еще вчера был великим князем Владимирским и Киевским Александром Ярославичем. Через несколько дней во Владимире митрополит Кирилл, выйдя к собравшимся перед Успенским собором горожанам, сказал: «Чадо мое милое, разумейте, яко заиде солнце русской земли». Князь Александр Невский был прославлен в лике святых благоверных в середине XVI века, но почитание святого князя началось сразу после его смерти. Согласно церковному преданию, нетленные мощи князя Александра были чудесным образом обретены накануне Куликовской битвы. В 1723 году по велениям Петра I мощи святого князя были перевезены из Владимира в Петербург, только что заложенную Александра Невскую лавру, которая и дала имя главной улице империи – Невскому проспекту. С этого времени почитание Александра Невского приобрело государственный характер. Трое российских императоров были наречены Александрами в его честь. В советское время, в 1942 году, первым из дореволюционных орденов был восстановлен орден князя Александра Невского. В настоящее время он является единственным орденом, который объединяет наградные системы Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Смирив гордость, он признал зависимость от Орды и этим спас свою страну от полного уничтожения. Своим выбором Александр Ярославич предопределил дальнейший ход русской истории. И его военные подвиги на Западе против Ордена, и подвиг смирения на Востоке в Орде имели одну цель
сохранения русского православного государства. Когда умер Александр Ярославич, его младший сын Даниил был еще совсем ребенком. И на постриг к Амвону княжичу пришлось идти без отца. Но то, что начал Александр Невский, продолжит именно этот мальчик. Даниил Александрович станет основателем рода московских князей, которые обрушат власть Орды и создадут новое государство – Московскую Русь. История продолжалась. И это была история православного русского государства. Мите было страшно так, что тряслись колени и подташнивало. Он впервые был в Орде. Приехал получать ярлык на великое княжение. Царь царей земных, великий хан Наурус Мухаммед разглядывал смешного мальчишку, московского князя. Хан уже решил, что отдаст ярлык не ему, а Дмитрию Суздальскому, врагу и сопернику Москвы. Чем больше русские князья грызутся, тем крепче на их шее затянута удавка Золотой Орды. И так будет всегда. Митя держался из последних сил, лишь бы не расплакаться. Все усилия прадеда, деда и отца, все пошло прахом. Но они оба ошибались. Хан Наурус через месяц потеряет власть вместе с головой, а Москва станет столицей русского государства, и великий князь Дмитрий нанесет удар по вековой мощи Орды. Страха не будет. Будет победа. После монгольского нашествия все крупнейшие города, включая Киев и Владимир, лежали в руинах. Русь стала частью Золотой Орды в составе огромной монгольской империи. В конце 13 века северо-восточная Русь находилась в состоянии всеобщей бедности и запустения. В результате монгольского нашествия сильно снизилась плотность населения. Торговля в обнищавших городах практически замерла. Тысячи ремесленников были угнаны в ордынский плен. Многие ремесла до Монгольской Руси оказались утраченными. Широкое хождение денег прекратилось. В повседневном обиходе использовались заменители монет в
вплоть до стеклянных и каменных бусин. На краю разоренной страны, вдали от оживленных торговых путей и большой политики, лежало маленькое московское княжество. Спрятанное за лесами и болотами, оно меньше других пострадало от ордынских походов. Здесь княжил младший сын Александра Невского, Даниил Александрович. Он правил спокойно и хозяйственно, в усобицах не участвовал, за власть не боролся и учил этому всех своих многочисленных сыновей. Но самым внимательным его учеником окажется младший Иван Данилович. Ивану было всего 5 лет, когда началась война. Борьба родных братьев за великое княжение окончилась тем, что один из них привел на Русь монгольский карательный отряд – Дюдень-Урать. Москва наполнилась беженцами. Люди надеялись, что монголы пройдут стороной, хотели отсидеться за деревянным тыном. Но Дюдень-Урать, как лесной пожар, не щадила никого, и защиты от нее не было. Москва была сожжена. Князь Даниил отдал в помощь погорельцам все свое личное имущество. Он умер молодым, но успел отстроить Москву и расширить свои земли. На Москве остались его 2 сыновей, старший Юрий и младший Иоанн. Заняв отцовский престол, Юрий принял тяжелое наследство. Ему пришлось ввязаться в опасную войну с могучей Тверью, в ту пору более сильной, чем Москва. Юрий оставил на Москве младшего брата, а сам отправился в Орду, чтобы там бороться за золотой ярлык. Русская земля состояла из уделов, отдельных территорий с собственными правителями. Все удельные князья по воле хана получали ярлык, то есть право на управление собственными землями. Один из князей по выбору хана также получал золотой ярлык – право на великое княжение. Великий князь считался старшим из удельных князей, и все они находились в его подчинении. В это время золотой ярлык держал тверской князь Михаил, и Тверь, пользуясь этим, отбирала у Москвы земли. Но теперь великое княжение доставалось не тому, кто старше в роду, а кто быстрее добежит до хана и предложит ему больше подарков. Проведя почти 2 года в Орде, Юрий Московский сумел переиграть соперника. Он женился на сестре хана Узбека, получил высокий монгольский титул Гурагана, а в качестве свадебного подарка – долгожданный золотой ярлык. Но торжествовать победу ему пришлось недолго. Михаил Тверской пошел на Юрия войной, разбил его войско, а княгиню взял в плен. Юрий, как загнанный зверь, метался в московском тереме. Его княгиня, сестра хана Узбека, оказалась в заложницах. Хан никогда не простит ему этой оплошности. Ехать в Орду, виниться перед Узбеком было страшно до судорог. Что делать, он не знал. Но тут приехал посол, сам белый от страха, и сообщил. Неведомо от чего, плененная в Твери княгиня умерла. Это был удар. В ярости Юрий бросился на посла и убил его. Опомнившись, он решил немедленно ехать в Орду. Во что бы то ни стало, успеть раньше Тверского князя, чтобы обвинить его в смерти ханской дочери. Михаил Тверской тоже собирался в Орду. Он понимал, что игра окончена. Если он не поедет, хан отправит карательный отряд и уничтожит всю Тверь. Старшие сыновья и княгиня умоляли Михаила не ехать, и сами тверичи говорили: «Беги, отобьемся». Но он простился со всеми и поехал к хану, чтобы отдать свою жизнь за мир на Тверской земле.
Ордынцы вместе с дружинниками Юрия казнили Михаила, вырвав ему сердце. Спустя 7 лет за Михаила отомстит его сын. Он убьет Юрия Московского и сам за это будет казнен. Но хан заберет у Москвы золотой ярлык и вернет его Твери. После гибели Юрия Москва осталась младшему и последнему из Даниловичей – Ивану. Он получил чудовищный узел ненависти и раздоров, который так туго сумели затянуть в кровавой борьбе Москва и Тверь. Москве нужно было лишь одно – тишина. Хотя бы 10 лет без войны. Так много можно успеть за это время исправить, сохранить, приумножить. По сути, он был московским правителем уже давно. Пока старший брат Юрий воевал с Тверью, Иван был фактически его наместником, князем без права принимать решения. Теперь из 5 Даниловичей он остался один. Власть и сила у его злейших врагов. Но Иван не собирался сражаться за ярлык. У него были дела поважнее. Он начал восстанавливать, обустраивать, понемногу расширять свое княжество, накапливая силы и средства. В это время в Тверь явился вышибать недоимки новый ордынский посол – Чолхан, или Щелкан, двоюродный брат великого хана. Он поселился в княжеском дворце, вел себя как в завоеванном городе. И тверичи не стерпели. Вспыхнуло восстание, охватившее весь город. Татары купцов от купщиков перебили. Щелкана и его свиту сожгли заживо в княжеском дворце. Это ставило под удар всю Русь. И в первую очередь ближайшего соседа – Московское княжество. Иван Московский спешно поехал в Орду. Что он будет там делать, как предстанет перед ханом, он еще не знал. Из глубины души поднимался гнев. Вскипели тверичи праведной яростью. А теперь что? Умоются эти гордые витязи кровью своих соседей, родителей, жен и детей. Иван Данилович хорошо помнил тот кромешный ужас, который оставила Дюдень в Орате. Монголы идут широко, разлетаются по земле, как лесной пожар. Иван должен был отстоять Москву. Любой ценой. Отступать было некуда. Хан Узбек принял его любезно и поставил условия. Московские полки должны пойти в поход на Тверь вместе с монголами. Тогда ни один ордынский воин не ступит на земли Москвы. Иван Данилович сделал свой выбор. Он знал, что тверичи его проклянут и, возможно, осудят потомки, но он выбрал мир на московской земле и во всей Северной Руси. Объединенное войско ордынцев и москвичей разгромило мятежную Тверь, а великое княжение хан передал московскому князю Ивану. Получив золотой ярлык, Иван не переехал в стольный Владимир, как делали другие князья, а остался в своей Москве. Вскоре к нему из Владимира перебрался и митрополит Петр, превратив таким образом Москву в новую духовную столицу Руси. Митрополит Петр успевал все. Сам писал иконы, неустанно объезжал епархии, увещевал и проповедовал, призывал князей к миру, препятствовал наплывающей из Орды проповеди ислама. Своих духовных чад и прежде всего московского князя Ивана Даниловича он учил смирению. Поступись малым, чтобы сохранить главное, и Москва станет крепким оплотом православия. В том ее спасение. Митрополит Петр настоятельно советовал князю возвести в Москве большой храм в честь Успения Богородицы. «Если меня, сыне, послушаешь, то сам прославишься, и сыновья, и внуки твои, и град сей славен будет, а враги его повержены».
Иван Данилович знал, что владыка прозорливец, и верил каждому его слову. Но из тьмы настоящего невозможно было даже представить себе великое будущее, которое так уверенно предрекал Москве митрополит Петр. По благословению владыки князь Иван заложил в центре города каменный храм. И спустя столетия Успенский собор Московского Кремля станет главным храмом русского государства. Он мчался сквозь метель. Колючий снег сёк лицо, и поле было нескончаемым. Далеко впереди, в самое небо, уходила огромная гора, и даже сквозь пургу он видел, как сияет ее белоснежная вершина. Но вдруг растаял блистающий на вершине снег, а после бесследно исчезла и сама гора. От хлынувших слез стало трудно дышать. Князь проснулся и понял, что плачет наяву. Он рассказал свой странный сон митрополиту. «Поле великое, — объяснил ему Петр, — есть твое государство московское. А гора великая — это ты сам, государь. А что снег начал таять, означает, что я умру прежде, а ты уже потом. Когда услышишь, что пришел к тебе некий старец, это и будет конец твоей жизни». Митрополит Петр тяжело заболел, когда Иван был на пути из Орды. Князь бросил обоз и, загоняя коня, поскакал в Москву, но не успел. Не дождавшись Ивана, владыка перед смертью все же преподал ему последний урок. Все свое имущество он раздал нищим. Похоронив и оплакав митрополита Петра, Иван Данилович отчетливо понял – надо торопиться. Он должен успеть воздвигнуть свою гору великую, не просто ждать, когда Господь помилует свой народ, но быть готовым к этой милости. Во всей Владимирской Руси уже несколько десятилетий ничего не строили. А Иван Данилович начал в Москве не просто большое, а грандиозное строительство. Вместо обветшавшего соснового тына выросли дубовые стены и башни нового Кремля. Из обычного укрепленного центра города Кремль стал резиденцией великого князя. Откуда Иван Данилович брал на все это средства, для многих оставалось загадкой. Московский князь нашел остроумный выход. Своим слугам он платил теперь не деньгами, а землями, которые назывались поместья. Из казны земли не уходили, они давались во временное держание на условиях службы. Спустя некоторое время система поместного землевладения станет основной в стране, а помещики, дворяне, станут опорой престола, военно-административным каркасом русского государства. Князь Иван с уважением относился к купцам. Его усилиями дороги княжества стали безопасными для купеческих караванов. Разбойников с большой дороги повыгнали, местным правителям поборы с купцов брать запретили. Торговые обороты росли. Но дав купцам большие возможности, князь и спрашивал с них много. Доходная часть бюджета складывалась из нескольких статей. Прямой поземельный налог с крестьян был фиксированным, но налог на торговлю мог возрастать вместе с оборотом, так же, как и транзитный налог, который взимался при пересечении купеческим обозом административной границы. Князь Иван добавил торговую пошлину, размер которой мог меняться по распоряжению властей. Вскоре Иван Данилович добился в Орде монополии на сбор дани со всех русских земель. Он знал, как это важно, и даже зафиксировал эту привилегию в своем титуле. Теперь он именовался «Князь Великий всея Руси». Он сам собирал весь ордынский выход безо всяких иноземных откупщиков и сборщиков. И сам вез его хану, не давая ни малейшего повода для карательного похода. Ежегодная дань московского княжества составляла 128 килограммов серебра, Нижегородско-Суздальского – 150. Тверское княжество и Новгород платили по 200 килограммов. Дань Владимира и окрестностей составляла полтонны серебра.
В середине XIV века вся северо-восточная Русь платила Золотой Орде почти 1,5 тонны серебра в год. На эту сумму можно было прокормить примерно 100 тысяч крестьян или армию в 10-15 тысяч всадников. Московский князь собирал дань жестко, не забывая и своей выгоды. Часть выхода он по согласованию с Ордой оставлял Москве. Вышибал недоимки, отправляя в города должники своих воевод. В Ростове, который задолжал больше других, москвичи устроили разгром не хуже ордынцев. Разоренным же ростовцам князь Иван дал возможность переселяться в Московскую область, в Радонеж, предоставив им широкие льготы. Среди прочих переселенцев оказались ростовский боярин Кирилл с женой и их 14-летний сын Варфоломей, будущий Сергий Радонежский, величайший подвижник, духовный собиратель русского народа. Немногие города могли позволить себе такую роскошь, как колокольный звон. Москва могла. Звонили благовестники, малые зазвонные и подзвонные колокола, отмечали время суток и праздники, звали на литургию, оповещали о событиях. Когда князь Иван Данилович собирал на пир московскую знать, звонил веселый трапезный колокол. Словно вернулись воспетые в былинах старые времена. За изобильным столом рядом с князем неспешно пили здравицы его богатыри, бояре, строители московского государства. Князь был первым среди равных, и все они делали общее дело. Поднимали русскую землю, удерживая над ней спасительный купол великой тишины. Повествуя о временах, князя Ивана летописец назовет его добрым. Но в историю он войдет с неофициальным, народным прозвищем – Калита. Так назывался кошель для милостыни, который Иван Данилович всегда носил с собой. И любой, кто просил помощи, получал ее. Перед рассветом он вдруг проснулся. Как будто кто-то потряс его за плечо. Звякнула цепь у дверей. И он явственно услышал голос. «Се старец прииде». Он ждал этой вести много лет. Ну, вот и свиделись. «Благослови, владыка», — молча попросил Иван Данилович. И владыка, конечно, благословил. В монастыре все было готово для пострижения в иноки. Великий князь Иван Добрый, прозванный за щедрость Калитой, принял монашеский постриг с именем Анания. Спустя несколько недель, 31 марта 1340 года, он скончался. Московское княжество расширилось. Страх перед Ордой, перед ее всемогущими баскаками и беспощадными ратями, страх, сводивший с ума, медленно уходил в прошлое. Подрастало поколение, которое не знало ужаса татарского нашествия. И спустя 40 лет сыновья тех, кто родился в эпоху Калиты, выйдут на Куликово поле. После смерти Ивана Калиты его старший сын Симеон Гордый правил 13 лет, стараясь во всем следовать заветам отца. Из его 6 сыновей 4 умерли на первом году жизни, еще 2 погибли вместе с Симеоном, когда в Москву пришла Черная смерть. Черная смерть – мировая пандемия бубонной чумы, которая началась в середине 14 века в Центральной Азии и поразила Золотую Орду. Чума вместе с караванами генуэзских купцов распространилась по Средиземноморью и всей Европе. Через Псков проникла и в русские земли. По примерным расчетам, чума унесла 1/4 мирового населения, более 60 миллионов человек.
Только в Европе ее жертвами стали 25 миллионов. После смерти сыновей Ивана Калиты на Москве остались два его внука. Младший Ивашка, 5 лет от роду, и старший, 9-летний Митя. Он будет великим воином и храбрым правителем, который изменит ход русской истории. В памяти поколений он останется как Дмитрий Донской. Княжение Московское досталось юному Дмитрию по наследству от отца. А право на великое княжение Владимирское, золотой ярлык, он должен был получить в Орде. Однако хан Наурус Мухаммед решил отдать ярлык на великое княжение не Москве, которое удерживало его уже больше 30 лет, а ее главному сопернику – Нижегородско-Суздальскому княжеству. Отец, умирая, велел ему слушаться во всем владыку митрополита Алексия. Митрополит Алексий был крестником князя Ивана Калиты и верным сподвижником его сыновей. Теперь ему предстояло стать помощником и учителем юного князя Дмитрия. На плечи митрополита легли полномочия и пастыря, и правителя в разоренной стране. Накануне страшный пожар до основания уничтожил Москву, посады и сам деревянный Кремль. Митрополит Алексий убедил юного князя строить новый Кремль, на этот раз каменный. Денег в казне не было, но Алексий знал, как решить эту проблему. Он собрал на совет все московское боярство и предложил каждому построить за свой счет участок стены или башни, внести свой личный вклад в общее дело защиты Москвы. Имена подрядчиков до сих пор сохранились в названиях кремлевских построек. Собакина и Свиблова башни, Тимофеевские ворота. Белокаменный Кремль стал одной из мощнейших крепостей Европы того времени. Его площадь почти равнялась современной, а прочный фундамент стоит до сих пор. Толщина стен достигала 3 метров. В стенах были устроены бойницы с деревянными щитами. Дополнительную защиту давал глубокий ров. Строительство шло в течение многих лет силами многих тысяч людей, для которых эта работа стала средством к существованию. Владыка возглавил московское правительство при князе Отроке, которое состояло из видных бояр. Столетия спустя потомки этих людей – Вильяминовы, Воронцовы, Шуваловы, Беклемишевы, Кошкины – будут определять историю России. Но пока России еще не было. 23 отдельных княжества жили своими интересами, вели свои летописи и соперничали друг с другом. Их объединяла общая территория, общая вера и общая зависимость от Золотой Орды. Орда делала все, чтобы не дать им объединиться. Инструментом раздоров была торговля правом на великое княжение. Каждый хан выдавал свой ярлык, и наступил момент, когда его получили одновременно и Дмитрий Московский, и Дмитрий Суздальский. Между Москвой и Суздалем началась война. И неизвестно, чем бы она кончилась, если бы не вмешался по просьбе митрополита Алексия его давний друг, игумен Троицкого монастыря. Многие почитали его святым. Ходили легенды о чудесах в его обители, о прозорливости, мудрости и простоте старца. Он своими руками строил кельи и деревянные храмы. Пешком с одним черемуховым посохом исходил многие земли. Запросто в пыльной дорожной одежде входил в княжеские палаты. И когда его позвал владыка Алексий, игумен немедленно отправился на помощь. Он прошел от Радонежа до Нижнего Новгорода через опустошенные чумой деревни, глухие леса и выжженные засухой поля, и уговорил упрямых князей примириться. Никому прежде это не удавалось, никому, кроме игумена Сергия Радонежского.
Он нашел те единственные слова, которые смягчили ожесточенные сердца. И там, где вчера собирали войско, теперь готовились к свадьбе. По благословению отца Сергия, Дмитрий Московский брал в жены дочь своего бывшего врага, Евдокию Суздальскую. Свадьбу играли в Коломне. Заснеженный тихий город кипел радостью нежданного праздника. Веселились все. И только жених с невестой сидели на свадебном перу тише воды ниже травы. Дмитрию было 15, Евдокии 13. Вполне обычный возраст для брака в то время, но молодожены в смущении не смели поднять глаза друг на друга. Так началась их любовь, которая не кончится никогда. Дмитрий и Евдокия проживут в любви и согласии 22 года. У них родится 8 сыновей и 4 дочери. И разлучить князя и княгиню сможет только смерть. После коломенской свадьбы мир и благоволение окутали, как пушистым снегом, русские земли. Великая тишина оставалась незыблемой. Можно было жить спокойно, без тревоги о завтрашнем дне. Орда была уже не та, что прежде. Там началась великая замятня, череда дворцовых переворотов. Ханы менялись с такой скоростью, что князья даже не успевали доехать до очередного правителя. На этот раз власть в Орде захватил темник, то есть командующий 10-тысячным корпусом по имени Мамай. Не будучи потомком Чингисхана, он мог править только от имени марионеточных ханов, потомков Батыя. Золотая Орда, так и не сумевшая оправиться от последствий Черной Смерти, уже не была единой. Ее западная часть называлась Белой Ордой. Формально в ней правили потомки Батыя, фактически темник Мамай. Восточной частью, Синей Ордой, управляли потомки Шибана, брата Батыя. Но верховным правителем считался тот, кто сидел в столице Золотой Орды, в сарае. Пока ханы, эмиры и темники сражались между собой за сарайский трон, русские князья были предоставлены сами себе. Кому следует платить ордынский выход, было неясно. И спустя некоторое время Москва перестала его платить. Так решил молодой князь Дмитрий. Он знал, что за этим должен был последовать карательный поход. Но время шло, а похода не было. Дмитрию было 24 года. И пусть опыта он набрал еще немного, но решимости ему не занимать. Удача сама шла в руки. Пока Орда барахтается в усобицах, самое время русским князьям объединиться. Зима в тот год пришла рано, и это тоже было большой удачей. По замерзшим рекам все северорусские князья быстро доехали до Переяславля, куда князь московский Дмитрий позвал их на крестины своего 4-го по счету ребенка, сына Юрия. Пришел из Троицкой обители и сам игумен Сергий Радонежский крестить княжича. Крестины были лишь поводом. Дмитрий собрал князей для того, чтобы объединить силы и договориться о дальнейших действиях. Из шумной гридницы Переяславского терема начался путь на Куликово поле. Первым делом нужно было прекратить давнюю войну Москвы и Твери. Собрав всех своих переяславских гостей, Дмитрий пошел походом на Тверь. Осадив город, он вынудил тверского князя заключить мирный договор на своих условиях. «А если будут татары нас стравливать и давать тебе нашу вотчину, то тебе того не брать никогда». Так князь Дмитрий лишил Орду ее излюбленного оружия – стравливание князей между собой. И объявил великое княжение своим безусловным наследственным владением. Мнение Орды по этому поводу его больше не интересовало. Московское княжество превращалось в московское государство.
Предположительно, после 1374 года князь Дмитрий начал чеканить в Москве собственную серебряную монету впервые за 350 лет. Сначала это было подражание ордынской тенге, откуда и появилось русское слово «деньга». Но позже появились монеты оригинального русского чекана с изображением воина с саблей, так называемые «сабленицы». Впоследствии на московских серебряных монетах будет изображаться всадник с копьем, и они получат название «копейка». Мамай решил отправить на Русь карательную экспедицию. Усмирить ретивого московского князя и его союзников следовало так, чтобы остальные хорошо усвоили монгольский урок. Но русские сами вышли навстречу ордынцам. Дмитрий Московский отправил на рубежи большое войско. Выступить против Орды означало нарушить великую тишину, установленную трудами его деда Ивана Калиты. Но прежних советников, старых московских бояр, Дмитрий больше не слушал. Теперь у него были другие бояре, молодые, его ровесники, которые рвались в бой. Большое русское войско встало лагерем на реке Пьяни, которая на всем течении петляла так, будто сама была во хмелю. Ордынцы все не появлялись. Измученные ожиданием, русские воины начали развлекаться охотами и пирами. Умельцы варили брагу, и на Пьяни реке стоял пьяный туман, в котором беспечно пировало русское войско, заранее празднуя свою победу над ордынцами. Русские даже не успели понять, что происходит, когда на них будто из преисподней обрушилась татарская конница. Началась паника. Люди бросились к реке, пытаясь укрыться от татарских стрел и сабель. Не спасся почти никто. Спустя две недели обмелевшая от жары Пьяна стала рекой мертвых. Русло ее было забито трупами людей и лошадей. Татары пошли дальше. Разгромили и сожгли оставшийся без защиты Нижний Новгород. Взяли Рязань. И только поздней осенью, отягощенные огромной добычей, татары ушли в степи. Воодушевленный успехом, Мамай на следующий год послал другой отряд. Московские и ордынские войска сошлись в Рязанской земле и встали по разным берегам реки Вожи. Ордынцы решили обмануть противника и напасть вечером, когда войско готовилось к ночлегу. В сумерках лавина татарской конницы, быстро переправившись через мелкую Вожу, обрушилась на русский лагерь. И встретила бешеную атаку заранее выстроенных боевых порядков. Русские быстро загнали татар в реку и погнали дальше. Победа? Князь Дмитрий сомневался. Что если бегство татар – это военная хитрость? На утро после битвы от реки поднялся густой туман. И напасть можно было скрытно в любой момент. Русские полки простояли на позициях еще сутки, готовые к новому бою. Великая тишина разлетелась вдребезги. Сумеет ли князь Дмитрий собрать достаточно сил, чтобы противостоять Орде во всем ее могуществе? Для всей остальной Руси его, Дмитрия, правда была всего лишь московской правдой, а точнее московской выгодой. Как донести до всех, что это битва за всю Русь? И как самому увериться, что это действительно так? Князь Дмитрий в отчаянии бросился туда, где всякий, кто бы он ни был, получал помощь. За 70 верст от Москвы, в Троицкий монастырь, к отцу Сергию. Игумен уже знал, зачем явился князь. Ему понадобилось всего несколько слов, чтобы развеять сомнения и вселить в сердце нерушимую веру. Сергий благословил князя и его воинство на великую битву. Теперь эта война стала священной.
Мамай собирал силы и ждал, не одумается ли Москва. Дмитрий тоже готовился. 16 княжеств должны были прислать свои дружины. В начале августа русские дружины из разных городов собрались в Коломне. От разведчиков было известно, что Мамай заключил договор с литовским князем Ягайло и Олегом Рязанским. Они должны были присоединиться к ордынскому войску на южном берегу Оки. Но Дмитрий не дал союзникам времени на сборы. Он двинул свои войска навстречу Орде, на ее территорию, где русские еще не воевали. По дороге к нему присоединились отряды из литовских земель. Впервые объединилось столько городов и князей. Каждый полк шел в бой не только за свою землю, но за всю Русь. Давно русское войско не было столь многочисленным. Но силы Мамая все равно превосходили полки князя Дмитрия. В ночь на 7 сентября русское войско по заранее наведенным мостам переправилось через Дон. Сразу после переправы по приказу князя Дмитрия мосты были разрушены. Для тех, кто строился в боевые порядки на Куликовом поле, пути назад не было. Им оставалось только одно – победить. Выбранное князем для битвы Куликово поле длиной 3 километра и шириной 800-900 метров было ограничено с флангов лесами и оврагами, которые лишали противника возможности обходного маневра и вынуждали к затяжной и тяжелой атаке в лоб. Полки правой и левой руки должны были удерживать фланги и не допустить окружения. В Дубраве у Дона был укрыт засадный полк, резерв, который вступит в бой в критический момент. В центре стоял большой полк, а перед ним князь поставил передовой полк, заслон из опытных воинов, который должен был принять первый, самый страшный удар монгольской конницы. 8 сентября 1380 года на берегах Дона и Непрядвы в густом тумане едва различимо проглядывало будущее России. Среди воинов были Иван Годун, прародитель Бориса Годунова, и Федор Кошка, от которого пойдут Романовы. Тут же стоял Федор Кутуз, предок победителя Наполеона, и Григорий Мархинин по прозвищу Пушка, давший начало Пушкиным. Князь Дмитрий подозвал своего любимца Михаила Бринка, сходного с ним роста, и велел поменяться доспехами. Воины должны видеть, что князь сражается в их рядах. Дмитрий не собирался уходить в безопасное место. Он поскакал на передовую, и бояре не сумели его остановить. Туман рассеялся ближе к полудню. Взвыли трубы. Из холма покатилась лавина монгольской конницы. Передовой полк полег почти полностью. Но опрокинуть большой полк ордынцам не удалось. Мамай перенес основной удар на полк левой руки. И когда ордынская конница уже готова была сбросить русских в Непрядву, в бок ей ударил засадный полк. В реке оказались сами ордынцы. Их ряды смешались, и сверху навалился подоспевший полк правой руки. Москвичи, ярославичи, коломенцы, смоляне, ростовцы не верили своим глазам. Народ от края земли, величайшая армия, которая завоевала полмира. Они бегут. Бегут. Русские гнали татар 50 верст. Сам Мамай еле ушел от погони с остатками своего войска. В горах трупов нашли многих бояр и воевод, и Михаила Бринка в изрубленных золоченых доспехах.
Князя Дмитрия искали дольше других. Он лежал в пролеске, контуженный, но живой. Придя в сознание, узнав о победе, он нашел силы сесть в седло. Отныне и навсегда князь Дмитрий будет именоваться Донским. Победителем битвы близ реки Дон. На трон Золотой Орды сел хан Тахтамыш и отправил к великому князю Дмитрию послов сообщить о своем воцарении. Послов в Москве приняли с почестями, снабдили богатыми дарами, но за ярлыком князь не явился и возобновлять выплату дани не собирался. Тахтамышу понадобилось 2 года, чтобы подготовить большой поход на Москву. Он позаботился о том, чтобы в Москве узнали о его походе как можно позже и перекрыл основной канал информации. Велел перебить всех русских купцов на Волге. В начале лета на Москву обрушилась паника. Тахтамыш перешел Оку. Князь Дмитрий отправил гонцов ко всем союзникам и сам поехал в Кострому собирать силы. Он просчитал все возможные варианты развития событий, но Тахтамыш выбрал вариант, который просчитать не мог никто. Он начал переговоры и поклялся москвичам, что желает только осмотреть город и принять дары. 2 русских князей, подручников Тахтамыша, подтвердили его слова. И Москва открыла ворота. Татары ворвались в город, и началась страшная резня. Негде искать спасения, некуда от смерти бежать. Нельзя от острого меча укрыться. Повсюду стоял крик. Такое множество людей кричало, что уже не могли друг друга расслышать. А враги истребляли народ, срывая одежды, рубили голых насмерть. Преодолевая острую боль в груди, князь Дмитрий въезжал в свой город. Москвы не было. Закопченные стены, пепелище, горы трупов. В разоренных храмах сгорели 1000 книг, которые снесли туда со всего города и окрестностей для сбережения и поставили стопами высотой до сводов. Вот оно, эхо его великой победы. В какую пропасть он загнал Москву? И как теперь ему вымолить прощение у тех, кто ровно год назад погиб на Куликовом поле, кто сейчас сгорел в разоренном городе? Князь из личных средств оплатил похороны всех погибших. Ими оказалась половина московского населения. Во всех уцелевших церквях заказал заупокойные службы. Все приходилось начинать сначала. И прежде всего ехать за ярлыком на поклон к ненавистному хану. Было очевидно, что живым Дмитрий от вероломного Тахтамыша не вернется. Во главе посольства в Орду отправился его сын Василий. Тахтамыш отдал ярлык Москве, а княжича Василия оставил в Орде заложником. Дмитрию пришлось смириться. Москва должна была Орде ежегодный выход 4000 монет, плюс 8000 недоимки за 2 года. Князь Дмитрий воспользовался тем, что накануне новгородские пираты ушкуйники ограбили поволжские города и запросил с новгородцев компенсацию в размере 8000 серебряных монет. Новгородцы платить отказались. Через месяц в их земли вступило огромное войско князя Дмитрия Донского, собранное из 29 городов. В конце концов, Новгород уплатил все, что требовалось, и князь Дмитрий Иванович смог закрыть свой долг перед Ордой. Весна 1389 года впервые за долгое время наполнилась радостными ожиданиями.
Из ордынского плена возвращался в Москву 17-летний княжич Василий, а княгиня Евдокия была на сносях. В кремлевских палатах стали готовиться к долгожданным крестинам, но внезапно князь заболел. Его мучили страшные боли за грудиной, и никакие усилия уже не могли унять их. Завещание детям и княгине он написал заранее, позаботившись о супруге так, как прежде никто из русских князей не делал. Князь Дмитрий Иванович успел увидеть новорожденного сына Константина. Но старшего Василия, который был уже на пути к Москве, так и не дождался. 19 мая 1389 года Дмитрий Донской умер от острой сердечной недостаточности. Ему было 38 лет. Летописец бережно сохранил слова молодой вдовы, обращенные к любимому. «Если Бог услышит молитву твою, помолись обо мне, княгине твоей. Вместе с тобой жила, с тобой умереть хочу. И юность еще не оставила нас, и старость не настигла. Кто я теперь?» Княгиня Евдокия в монашестве Ефросинья всю оставшуюся жизнь, 18 лет, посвятит памяти мужа. Она будет строго блюсти исполнение завещания Дмитрия Ивановича, станет добрым и мудрым арбитром в спорах между его наследниками, построит новые монастыри и церкви. Ее усилиями 8 сентября, день Куликовской победы, станет особым праздником сначала в Москве, а потом и по всей Руси. Князь Дмитрий Донской, прославленный уже в наше время в лике святых, навсегда остался в народной памяти как великий герой, равный древним богатырям. Мощным ударом он расколол щит Орды, придавивший Русь тяжким бременем зависимости, страха и раздоров. Московские, ярославские, ростовские, полоцкие, смоленские войны, которые пошли на смерть за общее дело, вернулись с Куликова поля войнами русскими. Страха не было. Была победа. Поглазеть на эту грандиозную стройку собиралась вся Москва. Ровно отесанные каменные глыбы уходили к самым небесам. Дух захватывал от величия того, что вершилось прямо на глазах. Но чудо не случилось. Летней ночью почти достроенный собор внезапно обрушился. Первым на месте катастрофы оказался великий князь.
Его мечта лежала перед ним в руинах, как кости на развороченном кладбище. Ему все надо было начинать заново. Отстроить Весобор и Кремль, и страну. Год 1440. Уже 15 лет идет изнурительная династическая война. Князь Василий II, внук Дмитрия Донского, сражается за власть. А тем временем огромное Великопермское княжество уже собирается стать отдельной державой. Поволжские княжества, измотанные татарскими набегами, склоняются в сторону Орды, а Новгород посматривает в сторону Великого княжества Литовского. И нет на московском престоле человека, который сумел бы удержать страну от распада. В тот год, зимой, в маленьком монастыре под Новгородом, блаженный инок Михаил, Христа ради юродивый, произнес смутное пророчество. «Днесь у великого князя на Москве радость. Родись великому князю сын, и будет наследник отцу своему, и разорит он обычаи нашей земли новгородской, и многим землям страшен будет». 22 января у великого князя Василия родился сын, которого нарекут Иоанном. Современники будут называть его Грозным, но со временем это прозвище перейдет его внуку, а сам он войдет в историю с именем Великий. Ивану было всего 5 лет, когда его отец, потерпев очередное поражение, попал в татарский плен. Он вскоре вернулся, обещав хану огромный выкуп, но Москва выступила против князя, опозорившего себя пленом. Василий был свергнут с престола, ослеплен и брошен в тюрьму в Дальнем Угличе. Теперь его именовали Василий Темный. Тяготы и заточение разделила с князем его семья. 6-летний Иван видел, как слепой и беспомощный отец сумел выбраться из бездны отчаяния, как он собрал союзников и, вопреки всему, вернул себе московский престол. Но Василию Темному нужен был помощник. И 8-летний княжич Иван был объявлен соправителем отца и великим князем. Детства у него не было. Ему приходилось всегда находиться рядом с отцом, быть его правой рукой, помощником и поводырем. В 12 лет он впервые возглавил войско и вернулся с победой из дальнего похода, а в 22 года после смерти отца стал полновластным правителем. Он зашел на престол спокойно и буднично. Заключил союзный договор с Тверским княжеством, купил у обедневшего ярославского князя права на его земли, на Рязанский престол посадил своего родственника и заключил союз с крымским ханом. К 27 годам Иван понял, что титул великого князя московского ему тесноват. Повысить статус помогла бы невеста из Европейского королевского дома. К этому времени князь Иван уже 2 года вдовел, и его жена, молодая княгиня Мария Борисовна, умерла. Сразу после похорон по всей Европе были разосланы люди великого князя, которые должны были найти ему знатную невесту. И вот в Москву от Папы Римского прибыло посольство с грамотой, в которой сообщалось. Есть в Риме у Фомы Ветхословца от царства Константинограда дочь именем Софья. Если захочешь взять ее в жены, то пришлем ее в твое государство. 20-летняя София Фоминишна принадлежала к византийской династии Палеологов и приходилась внучкой одному императору и племянницей другому.
Но величие и могущество Византии были уже в прошлом. Империя пала, ее император погиб, когда турки взяли Константинополь. И Софии вместе с семьей пришлось бежать в Рим, где знатных беженцев приняли при дворе папы Павла II. Папский престол взял их под свою опеку. София с двумя младшими братьями вынуждена была перейти в католичество. Иван III догадывался, почему в его семейных делах такое активное участие принимает папа Римский. Принцесса София должна была стать проводником католического влияния на Руси. Греки же вели свою партию, надеясь, что московский князь, став наследником византийского престола, начнет с турками войну и вернет им престол. А князь Иван игру выстраивал по собственным правилам, просчитывал все до мелочей и умел выжидать. Он отправил в Рим своего посла, чтобы тот посмотрел на невесту. В Риме даже заказали портрет Софьи, одному из тех художников, кто через несколько лет будет расписывать Сикстинскую капеллу. Портрет привезли в Москву, но ответа не последовало. Иван взял долгую паузу. И лишь спустя 3 года он дал, наконец, свое согласие на брак. Для надежности папа Римский решил провести заочное обручение принцессы Софии по католическому обряду. Это была пышная и абсурдная церемония. Ввиду отсутствия жениха его роль исполнял глава московского посольства Иван Фрязин. Настал момент обменяться кольцами, и тут оказалось, что обручальных колец у посланника не имеется. Впрочем, это недоразумение замяли, и помолвку благополучно довели до завершения. Необъятная, непонятная северная страна, ледяная Гиперборея. Софья была потрясена чудовищными размерами и малолюдностью владений своего будущего мужа. Редкие города были сплошь деревянные, а их жители в огромных шубах мрачно рассматривали нарядный пестрый обоз. Причиной раздражения русских был папский легат Антонио Бонумбре в своем пламенеющем среди снегов облачении с выносным латинским крестом, который он упрямо всю дорогу нес впереди процессии. За 15 верст до Москвы обоз встретил посланник великого князя, боярин Федор Хромой, и доходчиво попросил Бонумбре отдать крест. А спустя 2 месяца легата вежливо выдворят из страны. Этим и окончится запланированная папой католическая экспансия. Москва показалась Софье огромной деревней. Над морем деревянных домиков возвышалась изъеденная временем крепость. Бреши в стенах залатаны бревнами. А сверху сыплющее колючей крошкой низкое свинцовое небо. После мраморных дворцов и ярких красок Италии здесь, наверное, остается только умереть от тоски. На главной площади столицы вместо кафедрального собора их встречала маленькая деревянная часовня. Рядом стояла недостроенная каменная коробка, присыпанная снегом. София еще не успела прийти в себя, как ее повели в храм. Греческой царевне предстояло вернуться в лоно православия и тут же обвенчаться с великим князем. В тесной и душной часовне ее вдруг охватило умиротворение, давно забытое среди холодного мрамора римских базилик. Здесь, как в детстве, пахло ладаном и воском, мерцали в полутьме лики святых, и священники в золотых ризах словно сошли со страниц греческих книг. Она как будто вернулась домой. Стоявший рядом у аналоя великий князь Иоанн, огромный, косматый и громогласный, буквально заполнял собой все пространство, не давая вздохнуть. Непонятный русский язык в его устах походил на медвежье рычание. Невеста, конечно, была знатной, но ничего более за душой не имела. Но ему большего и не нужно. Все остальное у него есть, а чего нет, то в скором времени будет.
Среди ночи загудел набат. Пожар. Иван бросился на улицу. София только и успела увидеть, как он на ходу, отдавая приказания, скакал верхом прямо туда, где в черное небо бил столб огня. Как это возможно? Зачем государю самому лезть в огонь? Над Кремлем стояло кровавое зарево. Великий князь как безумный носился по городу. Его зычный голос перекрывал вопли и треск пламени, выводя людей из паники. И люди шли за ним в бой с огнем. Замирая от ужаса, София видела, как он бросался прямо в гущу пожара. Багром растаскивал горящие бревна. Великий князь яростно сражался за свой город. За свои дома. За своих людей. Он был здесь хозяином. Хозяином своей страны. Прежде София не выносила этой странной привычки русского князя во время беседы подходить слишком близко. Но теперь что-то само толкнуло ее к нему, грязному, обожженному и смертельно уставшему. София поняла, что он добьется любых своих целей. Он может все. И он ее муж. Кремль удалось отстоять. И строящийся Успенский собор в пожаре не пострадал. Это была грандиозная стройка, которая шла уже несколько лет. Вместо старого храма, маленького и ветхого, который 150 лет назад построил Иван Калита, задумано было возвести огромный собор по образцу Владимирского, но почти в два раза больше. Таких больших зданий на Руси очень давно не строили. Митрополит дал своих мастеров, опытных зодчих, построивших немало каменных церквей, и заверил князя, что они справятся. Но когда мастера уже выкладывали своды, собор внезапно обрушился. Это случилось ночью, и на стройке был только любопытный мальчишка, сын князя Федора Пестрова. Он успел перебежать с падающей северной стены на уцелевшую южную. И чудом спасся. Вызванные из Пскова каменщики осмотрели руины и сделали вывод, что строительный раствор не держит такие объемы. Однако сами строить собор не взялись. Мощь и размах белокаменных храмов Владимира остались в прошлом, по ту сторону монгольского нашествия. Но за 3-9 земель в Италии зодчие со сказочной легкостью возносили к небесам тяжелые своды дворцов и храмов. Почему бы им не сделать это и в Москве? Митрополит был против. Как можно, чтобы главный собор православной державы строили латинине, еретики? На этот раз князь Иван Владыку слушать не стал. В Италию отправился его посол Семен Толбузин с наказом нанять самого лучшего архитектора. Никто из итальянских архитекторов не соглашался ехать на край света, в дикую и непонятную Московию. И все же после долгих поисков и уговоров Толбузин нашел истинное сокровище. «Хитрости его ради Аристотелем зовется», – писал князю Толбузин. «И делал, говорит, церковь в Венеции святаго Марка, весьма чудную и хорошую. Да и ворота венецийские деланы, сказывает, им же, весьма хитры и хороши». Знаменитейший архитектор долго сомневался и потребовал за свои услуги баснословную сумму – 10 рублей в месяц. Толбузин был счастлив. Взял же с собой Аристотель сына своего Андрея, да мальчика Петрушей зовут, и пошел на Русь. 54-летний Аристотель Фиораванти, как настоящий человек Ренессанса, умел все. Он был ювелиром, литейщиком, инженером, мог переставлять башни и выпрямлять колокольни. Однако ни одного здания, спроектированного Фиораванти, в Италии нет. В Венеции он лишь выпрямил покосившуюся колокольню церкви Сан-Анджело, которая спустя 4 дня обрушилась.
и Аристотелю пришлось спешно покинуть город. Позже в Риме он был арестован по обвинению в чеканке фальшивой монеты. Ему удалось оправдаться, но от должности болонского архитектора его освободили. И в этот момент на него словно с неба свалилось предложение от московского князя. По дороге в Москву Аристотель не раз пожалел, что пошел на эту авантюру. Но вдруг на подходе к русской столице весенний воздух взорвался триумфальным звоном всех колоколов. Фиорванти был потрясен столь торжественным приветствием. На самом деле это был пасхальный благовест. Москва в то утро праздновала светлое Христово воскресенье. Осмотрев руины в Кремле, Фиораванти отправился изучать прообраз будущего храма – Владимирский Успенский собор. Проведя рукой по гладкой стене, итальянец уверенно заявил: «Наши строили». Он уже понял, что здесь ему нужно сделать невозможное, и пошел ва-банк. Вопреки воле заказчика восстановить и достроить собор, Аристотель снес остатки прежних стен, которые возводили до него 3 года, и начал с нуля создавать шедевр всей своей жизни. Он получил все необходимое – огромные средства, любые материалы, множество рабочих. Но, как назло, все лето шли проливные дожди. Аристотель остался один на один со своим раскисающим под русским дождем шедевром. А когда наступила осень, стройка и вовсе была заморожена. Итальянскому инженеру нашлась новая работа. Великий князь Иван начал большую новгородскую игру. Уже очень давно сначала владимирские, а потом и московские князья пытались покорить богатую Новгородскую республику. Но безуспешно. Независимый Новгород был последним препятствием на пути к объединению земель и созданию единого русского государства. К тому же обладал огромным экономическим потенциалом, который был так необходим Москве в ее борьбе с ордынцами. Господин Великий Новгород смог избежать монгольского разорения. Его обширные владения простирались от Балтийского моря до Урала и от Белого моря до Волги. Международная торговля и лесные промыслы приносили огромные прибыли. Новгородом управляла корпорация аристократов и богатейших купцов. Это была процветающая боярская республика. Лакомый кусок для двух соседей-гигантов, двух великих княжеств – московского и литовского. Столетиями Новгород мастерски лавировал, недвусмысленно давая понять Москве, что в любой момент может перейти под покровительство Литвы. Именно это Иван III решил использовать в своих интересах. Переговоры новгородской знати с литовским князем-католиком были объявлены изменой православию. И теперь московский князь, как защитник истинной веры, был просто обязан освободить Новгород из лап еретиков. В строгом соответствии с этой идеей была разыграна новгородская операция. Великий князь стал лагерем в 3 верстах от города. Москвичи под руководством Аристотеля Фиораванти начали наводить понтонный мост через Волхов. Новгород был взят в осаду и оказался под прицелом московских пушек, заранее отлитых все тем же Фиораванти. Хитроумный итальянец обеспечил Москву стратегическим вооружением. Новгороду нечего было противопоставить этой лавине огня. Спустя 2 недели осады Новгород сдался. Он признал великого князя своим государем, что означало полную ликвидацию республики и ее административно-политической системы. Десятки новгородских бояр, обладатели огромных вотчин, оказались в темнице по обвинению в связях с Литвой, подтвердили свою измену Руси и православию и были казнены. Тысячи горожан с семьями князь Иван переселил в московские земли, а новгородские земли отошли в государеву казну. Иван III разделил их на поместья и раздал своим верным слугам.
Поместье – участок казенной земли, который давался государем в личное владение на условиях военной службы. Размер поместья определялся таким образом, чтобы на доход с него владелец мог прокормиться и полностью экипироваться для похода. В отличие от обладателей вотчин, наследственных участков земли, помещики полностью зависели от воли государя. Поместная система станет мощным инструментом укрепления вертикали власти и на века определит экономическое и политическое развитие России. Великий князь вернулся в Москву победителем. Ферованти приехал намного раньше, готовить следующий триумф великого князя. 12 августа 1479 года вся Москва устремилась в Кремль, где будут освящать новый Успенский собор. Никто еще его не видел. Только громада строительных лесов высилась над городом. С грохотом обвалились доски настилов, и едва села пыль, толпа ахнула. Никто и никогда еще не видел подобного. «Быть же та церковь, — записал летописец, — чудно вельми величеством и высотою, светлостью и звонностью и пространством. Такого же прежде не бывало в Руси, яко един камень». Успенский собор Московского Кремля строился в смешанной технике. Стены из тесанных блоков белого камня, своды и барабаны глав из особо прочного кирпича, что значительно облегчало нагрузку верхних частей здания на стены и опоры. Само здание возводилось все в кружало да в правило, то есть с помощью циркуля и линейки на основе точных расчетов. Применение новых технических средств и инженерных решений позволяло увеличить внутренний объем храма. Тонкие круглые столпы не загромождали и не разделяли пространство, создавая впечатление огромного дворцового зала. Аристотель Фиораванти, который приписывал себе строительство Венеции, хотя и слыл в Италии инженером и ювелиром, кем угодно, но только не архитектором, этот самый Фиораванти в далекой северной стране создал настоящий шедевр. А для Ивана III Успенский собор стал своеобразным манифестом, воплотив идею будущего государства – единство, мощь и размах. Великий князь семимильными шагами шел к осуществлению своих грандиозных планов. В середине лета в Москву пришли дурные вести. Хан Большой Орды Ахмат с бесчисленным войском выступил в поход на Русь, взыскать с московского князя недоимки за 8 лет. Ахмат шел медленно. Он выжидал, когда ему на помощь двинется его союзник Казимир, великий князь литовский и король польский. В сентябре стало известно, Орда перешла Оку южнее Калуги, на литовской территории. Старший сын князя, 22-летний Иван Молодой, спешно отправился на русско-литовскую границу и успел туда раньше татар. Московские пушки взяли под прицел все броды пограничной реки Угры. А Иван III, оставив войска, вернулся в Москву. Русь была в кольце врагов, и выхода из этой петли не было. Впервые в жизни великий князь не знал, что делать. Бояре-советники говорили: «Беги, государь, и отец твой бегал, и дед, и даже прадед, сам Дмитрий Донской. Государь не должен погибнуть, он светоч, он опора, на нем все держится». Но едва подъехав к Москве, государь, светоч и опора, попал в плотную хватку разъяренной толпы. Если татары прорвут заслон на Угре, Москве конец. А князь вместо того, чтобы стоять насмерть, бросил войска и бежал. Люди выкрикивали Ивану в лицо упреки и оскорбления, и ему нечего было им ответить. С огромным трудом он пробился в Кремль. Там его тоже ждали. Ростовский владыка Воссиан с трудом сдерживался. «Не великий князь ты, чадо, но бегун. Вся кровь на тебя падет христианская, что ты, выдав их татарам, сам бежишь прочь. Смерти боишься? Тогда дай мне, старику, воинов, и я пойду на татар». А мать молчала. И тяжелый взгляд ее сжег князя расплавленным свинцом.
Ивану сказать было нечего. Ему нужно было все обдумать, просчитать и взвесить. Но только времени на это не было. На Угру поскакал гонец с приказом великого князя сыну срочно вернуться в Москву. Но Иван Молодой категорически отказался оставить свое войско. Юношеский героизм никак не вписывался в схему великого князя. Пришлось пересчитывать все заново и действовать иначе. И вот тут пригодилась давняя заготовка. Крымский хан, с которым Иван III много лет назад заключил договор, согласился отправить своих полководцев в поход на земли короля Казимира. И этим вывел его из игры. Теперь война Москвы и Орды шла один на один. Огонь из пушек и пищалей наносил тяжелый урон ордынцам, когда они пытались форсировать реку, разделяющую войска. Ахмат взял паузу. И тогда свой ход сделал Иван III. Он направил к хану своих послов для переговоров. Ахмат надменно требовал, чтобы Иван сам ехал к нему на поклон. Как прежде делали русские князья. В ответ московские послы плели витиеватые уклончивые речи, и вскоре хан стал догадываться, что великий князь просто тянет время. «Зима близко», — передал Ахмат через посла. «Реки станут, много дорог будет на Русь». А между тем московская разведка доносила: татары измотаны и совершенно не готовы к зиме. Пока Ахмат сидел на Угре, русский отряд по приказу Ивана III успел пройти на ладьях вниз по Волге и хорошо пограбить беззащитный сарай, столицу Большой Орды. 26 октября ударили первые морозы. Угра замерзла. Исчезло последнее препятствие на пути Орды. 9 ноября хан Ахмат поднял Орду. Но вместо того, чтобы переправиться через Угру, развернулся и ушел обратно в степь. Никто не мог понять, почему. Сыграл ли свою роль набег на сарай, или Ахмат понял, что его ободранные и обмороженные воины вот-вот взбунтуются. Еще полтора месяца Иван ожидал подвоха, ловушки, обманного маневра. Но Орда так и не вернулась. Никогда. Стоянием на реке Угре окончилась монголо-татарская ига, продлившаяся более 240 лет. Большая Волжская Орда прекратила свое существование в 1502 году. Казанское и Астраханское ханства будут присоединены к России при Иване Грозном. Сибирское – при его сыне Федоре Иоанновиче. Дольше всех просуществует Крымское ханство – с 1475 года, находившийся в вассальной зависимости от турецкого султана. На протяжении трех столетий крымские татары будут хозяйничать в диком поле южнее Курска, совершать набеги и брать дань с русских царей. Крым войдет в состав Российской империи только в 1783 году, при Екатерине II. Сбылись чаяния многих поколений. Русь получила свободу. Ордынская ига осыпалась пеплом, и во всю мощь развернулась сила и слава независимого русского государства. Спустя 5 лет после Угры великий князь начал в своей столице грандиозную стройку. Предстояло заново отстроить весь Кремль – башни, стены, храмы и дворцы. И сделать это, по мнению Ивана III, могли только итальянцы – лучшие архитекторы Европы. Давний соратник Фиораванти составил генеральный план фортификационных сооружений Кремля. Но архитектон был уже стар и вымотан на московской службе. Теперь требовались новые мастера. Зодчего Антонио Джеларди, по-московски Антона Фрязина, великий князь помнил еще мальчишкой. 16 лет назад он приехал в составе римского посольства, да так и прижился. Из Милана за большие деньги выписали палатных дел мастера Марко Руффо. Еще обещал приехать знаменитый архитектор Пьетро Антонио Салари, когда закончит работы у миланского герцога. А задачу великий князь поставил такую: чтобы крепость сию никакому войску не взять, и чтобы глаз от нее отвести невозможно.
и чтобы каждый, кто видит ее, нутром бы чуял, сколь мощна, нерушима и священна держава под его, великого государя, властью. Кремлевская крепость возводилась по последнему слову европейской фортификации в расчете на противостояние тяжелой осадной артиллерии. Общая протяженность стен – 2235 метров, толщина – до 4,5 метров, высота на разных участках – от 5 до 19 метров. Стены оснащены бойницами и внутристенными переходами. 20 мощных башен оборудованы средствами защиты – отводные стрельницы, потайные колодцы, акустические камеры для обнаружения подкопа. Площадь Кремля – 28 гектаров. За его стенами могло найти защиту все население города. Кремлевская крепость долгое время являлась одной из самых мощных в Европе и никогда не была взята штурмом. Став в XV веке политическим и сакральным центром страны, ее символом, Московский Кремль остается таковым до сих пор. На 10 лет Кремль стал огромной стройплощадкой. Разбирались старые сооружения, и на их месте тут же возводились новые. И это была его отрада, его страсть наблюдать, как из хаоса обломков, каменной пыли, скрипа и грохота рождается мечта, до поры сокрытая дощатыми лесами. Разве не так он строил свою страну? По точным расчетам, осторожно. И все это почти незаметно для посторонних. На 6-й год великой стройки Пьетро Антонио Солари с гордостью показал князю главную парадную часть княжеского дворца – белоснежную грановитую палату. Внутри сводчатый зал русских теремов, снаружи граненые камни, как у итальянских палаццо. Вот так же, как будто из-под строительных лесов, неожиданно для всей Европы, вместо глухой северной страны, полудикой, полунищей, зависимой от татар, вдруг возникла держава, с которой теперь приходилось считаться даже Священной Римской империей. Не Московская Русь и не Московия, как ее пренебрежительно называли ревнивые литовцы, но Россия. В дипломатической переписке с соседями Иван III именовался самодержцем. Так на русский язык перевели слово «автократор» – титул византийских императоров. На смену патриархальному быту московских князей пришел сложный церемониал, разработанный по византийскому образцу при помощи греков из окружения княгини Софьи. Посол императора Фридриха III Габсбурга торжественно передал русскому князю предложение принять королевский титул. Но Иван Васильевич отказался от столь высокой чести. Теперь он именовался просто. Иоанн, государь всея Руси, и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Пермский, и Югорский, и Болгарский, и иных земель. По своей территории Россия почти не уступала Священной Римской империи. Потому в знак равенства с императором Запада русский государь велел разместить на своей печати двуглавого орла. Это была родовая эмблема византийской династии Палеологов, которой его жена София принадлежала по праву рождения, а сам Иван – по праву супружества. Так появился официальный символ русского царства – который станет государственным гербом Российской империи, будет отменен после революции и возродится вновь в современной России. Российскому государству нужна была единая система управления. Основу армии теперь составляли государевы служилые люди. Воеводы назначались великим князем. Текущими делами войска, казны, дворца, посольств занимались чиновники – дьяки и подьячи. Важные государственные дела Иван III решал вместе с Боярской думой. Доверенных бояр он назначал в новые земли наместниками, которые были администраторами, воеводами и судьями в одном лице. Чтобы исключить противоречия в местных правовых нормах, Иван III распорядился собрать все существующие законы и установления и разработать единый для всей страны кодекс.
сентябре 1497 года, после нескольких обсуждений, согласований в Боярской думе и личной правки Ивана III, новый свод законов, называемый «судебник», был утвержден государем и принят к обязательному использованию по всей стране. Судебник регламентировал систему судопроизводства. Самосуд был запрещен. Истец и ответчик защищали свои интересы с привлечением свидетелей, приносящих присягу. Крестное целование. Судья выполнял роль арбитра и выносил решение. В сложных случаях допускался поединок между истцом и ответчиком. В присутствии официальных лиц с применением любого оружия, кроме лука и пищали. Приговор определялся исходом поединка. Женщины, старики, инвалиды могли нанять профессионального бойца. Тогда и другая сторона прибегала к услугам профессионала. В случае тяжких преступлений – вооруженный грабеж, убийство, а также государственная измена – при допросах разрешалось применять пытку. Судебник Ивана III гласил: «Взяток от суда не брать никому. А кто придет к боярину с жалобой, ему жалующихся не отсылать, а давать всем управу во всем, кому надлежит». Главными принципами суда провозглашались его неподкупность и доступность для всех категорий населения, в том числе зависимых. Сам великий князь оставался над законами, и все подданные, включая самых знатных бояр, обязаны были беспрекословно подчиняться ему. Иван III взял от императорской Византии понимание верховной власти – безусловной, самодержавной, неограниченной ничем. Ведь было время, государь сам в походы ходил, сам пожары тушил, разметывая горящие головни, сам слушал жалобы новгородцев до одурения. Аристотель тогда не мог разуметь, зачем, а потом понял и гордился. Для какого-нибудь венецианского дожа немыслимо было вот так вот вскарабкаться на леса, сидеть запросто с архитектором, свесив ноги, и беседовать по душам. Теперь уже князю никуда не влезть. Отяжелел. От шагов его брякает серебряная посуда, а челядь вжимается в стены. И беседовать ему теперь не с кем. Все его боятся. Все. Аристотель на старости лет тоже струсил и собрался было домой, в Болонью. Да куда там? Был посажен под замок, как пес. Знай себе цену, архитектон. Видно, судьба тебе тут помереть, а князь и не вспомнит. Австрийский дипломат барон Сигизмунд Герберштейн писал о государе Иване III. Для бедных и угнетенных доступ к нему был прекращен. Во время обеда он до такой степени предавался опьянению, что его одолевал сон. Причем все приглашенные были поражены страхом и молчали. Он никогда не бывал в сражении и всегда одерживал победу. Великий Стефан Молдавский говорил, что пока сам он, ежедневно сражаясь, едва в состоянии защитить свои границы, Иван, сидя дома и предаваясь сну, умножает свою державу. В результате необъявленной войны с Великим княжеством Литовским, которая завершилась большими походами Москвы на запад, к России отошли пограничные земли и Вязьма. Следующая война велась уже более значительными силами. Войска Ивана III нанесли сокрушительное поражение войскам великого князя Литовского, и в результате к России отошла треть территории Литвы с городами Чернигов, Новгород-Северский, Гомель, Брянск, Дорогобуж и другими. Его непреклонная воля железными обручами скрепляла необъятные земли России. Но в его собственной семье порядка не было.
отношения между его сыном Иваном Молодым и Софьей не сложились. Да и за что княгине было любить своего пасынка? Этот мальчишка навсегда перекрыл дорогу к власти ее сыну Василию, потомку палеологов. Одно время была у нее надежда. Может быть, сгинет наследник в битве с татарами и освободит место. Но не сложилось. Иван Молодой вернулся с победой, женился на молдавской княжне Елене Волошанке, и та родила ему сына Дмитрия. Великий князь Иван Васильевич благоволил молодым и по-стариковски умилялся первому внуку, черноглазому и улыбчивому Митюше. Софья с трудом скрывала свое раздражение. Но держать лицо отпрыски дома палеологов умели с раннего детства. Однажды итальянский лекарь обратил внимание, что князь Иван Молодой страдает от боли в ногах, и предложил свои услуги. В ходе лечения состояние больного резко ухудшилось, и вскоре он умер. Лекаря казнили. Расследования не было, несмотря на упорные слухи о том, что лекарь подослан княгиней Софьей. Казалось, государь Иван Васильевич под старость утратил свою хватку. Московская знать в ожидании его скорой кончины уже разбивалась на две партии. Одни за старую княгиню Софью с сыном Василием, другие за молодую вдову Елену с сыном Дмитрием. Однако Иван III умирать не собирался. Он сделал свой выбор в пользу внука Дмитрия. И тогда княгиня Софья пошла ва-банк. Составился боярский заговор, целью которого было возвести на престол ее сына Василия. Заговор был раскрыт, и все его участники арестованы. Василий оказался под домашним арестом, Софья в опале. Следствие выяснило, что через лихих баб она якобы раздобыла яд и собиралась отравить Дмитрия, а может быть, и самого государя. 4 февраля 1498 года в Успенском соборе состоялась первая в русской истории церемония венчания на царство, разработанная по византийскому образцу. Митрополит возложил шапку мономаха, древний символ власти московских князей, на голову 14-летнего Дмитрия Ивановича. Иван III торжественно передал внуку семейные реликвии. Но спустя год Иван III вдруг пересмотрел свой выбор. Он простил сына Василия и не только дал ему во княжение Псков с Новгородом, но и нарек его государем, великим князем. Теперь в стране было сразу три великих князя. Отец, сын и внук. А это прямая дорога к смуте. Правитель должен быть один. И кого бы Иван ни выбрал, сына Ваську, который старательно отращивает первую бородку, или внука, глазастого Митюшу, другого он обречет на гибель. Иван Васильевич думал 3 года. А потом, как записал автор Устюжской летописи, посадил сына своего Василия Ивановича на великое княжение, а внука своего, князя Дмитрия Ивановича, посадил в камень и железо на него положил. Весной 1503 года умерла великая княгиня Софья. Она прожила с Иваном III больше 30 лет, родила ему 5 сыновей и 7 дочерей. И все-таки добилась того, чтобы русский престол остался за ее сыном, потомкам палеологов. Овдовевший князь Иван Васильевич поехал с сыновьями на Богомолье в Троицкий монастырь. А по возвращении в Москву с ним случился удар и частичный паралич. Отнял руку, ногу и глаз. В таком состоянии он управлял державой и вел войны еще 1,5 года. Иван Васильевич умирал.
За окнами плыл колокольный звон. Был праздник святого мученика Дмитрия Солунского. Именины внука Митюши, уже 3 года запертого в сыром подвале кремлевской тюрьмы. Перед смертью великий князь призвал внука Дмитрия и сказал ему: «Дорогой внук, я согрешил перед Богом и тобою, заключив тебя в темницу. Молю тебя, отпусти мне обиду. Будь свободен и пользуйся своими правами». Растроганный этой речью, Дмитрий охотно простил деду его вину. Но когда он вышел от него, то был схвачен по приказу своего дяди Василия и брошен в темницу. Одни полагают, что он погиб от голода и холода, другие, что задохнулся от дыма. Иван Васильевич об этом уже не узнал. Перед самой кончиной митрополит соборовал его и хотел готовить по древнему обычаю к принятию иноческого пострига. Но князь отказался. К чему пытаться обмануть всеведущего Господа, который будет судить раба своего Иоанна не по остриженным волосам и черным одеждам, а по совершенным делам? Иван III оставил своему наследнику страну в несколько раз больше той, что когда-то унаследовал сам. Первый самодержец русской истории, он диктовал свою волю всем, а тех, кто вставал у него на пути, уничтожал без милости и без сожаления. Первый за 220 лет князь, который никогда не ездил в Орду за подтверждением своих полномочий и свой титул великого князя носил без ханского ярлыка. Избавив Россию от Орды, он создал между Европой и Азией мощное государство. Того, что он успел, хватило бы на несколько человеческих жизней, а то, что задумал, составит основное содержание русской истории на ближайшие 200 лет. В полной мере грандиозный замысел Ивана Великого сумеет воплотить только следующий правитель с именем Великий – Петр I, создатель Российской империи. Царь страшен не для дел благих, а для зла. Хочешь не бояться власти? Так делай добро. А если делаешь зло, бойся. Ибо царь не напрасно меч носит для устрашения злодеев и ободрения добродетельных. Он был уверен,
Власть дает ему силу возносить правых и низвергать виновных, чтобы построить Царствие Небесное на земле. Год 1525. Династия Рюриковичей правит страной уже шестое столетие. Такой продолжительной цепочки передачи власти по праву крови не знает ни одна европейская страна. На престоле Василий III, сын Ивана Великого, правитель огромного независимого государства. Именно в этот момент судьба московской ветви Рюриковичей оказалась под угрозой. У Василия III не было детей. После 20 лет бесплодного брака он развелся с первой женой Соломонией Сабуровой и женился на 16-летней княжне Елене Глинской, которая родила, наконец, долгожданного сына Ивана. Великий государь в расшитых золотом одеждах сидел на высоком троне, свесив ножки. Вокруг толпились пышно одетые бояре. Великий князь московский всея Руси Иван Васильевич 6 лет от роду принимал литовских послов. Повторял подсказанные короткие фразы, послы подходили поцеловать маленькую ручку, а потом государя увели, объяснив высоким гостям, что по малолетству ему на перу быть истомно. Пока великий князь проводил время с мамками да няньками, государством управляли бояре. Иван Васильевич унаследовал престол в 3 года после внезапной смерти отца. При князе-младенце был создан особый регенский совет из нескольких ближайших бояр во главе с его матерью. И до самого совершеннолетия великому князю предстояло быть послушной куклой в их руках. Русская знать считала себя коллективным хозяином страны. Аристократы обладали обширными вотчинами, наследственными земельными владениями, с которых получали огромные доходы. И каждый из них мог собрать и вооружить собственное войско. Высшие вельможи получали чин боярина. Они должны были служить в войске великого князя, управлять городами и государственными учреждениями. Боярское звание давало право присутствовать на заседаниях в Боярской думе, Государственном совете при великом князе. Младенец Иван и его мать, вдовствующая великая княгиня Елена Глинская, оказались идеальной ширмой для боярского правления. Вокруг трона закипела борьба за власть 3 аристократических кланов – князей Бельских, Глинских и Шуйских. В 1538 году княгиня Елена внезапно умерла, возможно, была отравлена. На вершине оказались князья Шуйские. Осиротевшие дети, Иван и его младший брат Юрий, оказались во власти алчных вельмож, которые чувствовали себя полными хозяевами и дворца, и казны, и жизни самого великого князя. Страхи и унижения своего горького детства Иван запомнил на всю жизнь. Бывало, играем в детские игры, а князь Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас и не взглянет. Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Воспитанием и образованием великого князя никто не занимался. С его желаниями и чувствами не считались. Когда Ивану было 13 лет, в его присутствии, прямо на заседании Боярской думы, арестовали его любимца, князя Федора Воронцова, за то, что государь его жалует и бережет.
Нашего боярина обесчестили, оборвали на нем одежду и хотели убить. Тогда мы послали к ним митрополита Макария передать, чтобы не убивали. Митрополита толкали и разорвали на нем мантию, а бояр пихали за шеи. Иван не выдержал. Вместе с ближними боярами он уехал прочь из Москвы. Под Можайском великокняжеский поезд встретила огромная толпа. Люди хотели пожаловаться государю на самоуправство бояр и чиновников, которые уже не знали никакого удержу. Государю впервые предстояло встретиться лицом к лицу со своим народом. С трудом пересилив себя, он выбрался из воска. И сотни людей разом, как подрубленные, упали перед ним на колени. И тогда он понял, кто он такой. Поздней осенью великий князь вернулся в Москву. Дождавшись окончания рождественского поста, он велел псарям схватить князя Андрея Шуйского и отволочь в темницу. Псари, пока тащили боярина до ворот, нечаянно или намеренно задушили его. И тогда всем стало ясно. Великий князь показал зубы. Теперь толпа царедворцев ловила каждое его слово. А сам Иван предался развлечениям в компании ровесников из золотой молодежи, не зная удержу ни в чем. Юному Афанасию Бутурлину за дерзость он приказал урезать язык. А 15-летний Михаил Трубецкой, не угодив чем-то великому князю, был немедленно казнен. Ближние бояре и воспитатель великого князя митрополит Макарий пытались вразумить его, но тщетно. И тогда Макарий применил средства невиданной силы. Он предложил великому князю принять царский титул. Сказание о князьях Владимирских возводило происхождение Рюриковичей к первому римскому императору Гаю Юлию Цезарю Октавиану Августу, от которого и происходит титул царя или цесаря. Русский царь считался официальным преемником византийского императора и равным по статусу правителю Священной Римской империи. Византийская идея венчания на царство имела ярко выраженный сакральный характер. Царь становился первым слугой Бога на земле и вместе с высшей властью возлагал на себя бремя ответственности перед Богом за свое государство и своих подданных. 16 января 1547 года в Успенском соборе Кремля состоялась торжественная церемония венчания на царство. Иван IV стал первым русским царем. Теперь он был уже не первым среди равных, но единственным. Правителем, который волей Божьей поставлен высоко над всем обществом, включая самых родовитых бояр. Самодержцам, чья воля отныне закон. По древнему византийскому обычаю был проведен смотр невест. Медленно и важно Иван шел вдоль бесконечной череды статных, пышных, златовласых красавиц. Наткнулся взглядом на хрупкую девушку невысокого росточка. Пушистая темная коса и глаза, как вишни. Дальше Иван не пошел. Царской невестой стала 15-летняя Анастасия Захарьина Юрьева. Свадьбу сыграли 3 февраля. Царь Иван по всем законам и традициям был теперь взрослый, самостоятельный, полновластный правитель, помазанник Божий. И никто больше ему не указ. Надежды родственников и митрополита пошли прахом. Иван ударился во все тяжкие, пуще прежнего. И пока государь предавался забавам, правили по-прежнему родовитые вельможи. Царь куражился до тех пор, пока не вспыхнуло.
Простая непогашенная свеча породила великий пожар. Царь бросился в село Воробьево, куда бежала его семья и ближние бояре. Что делать дальше, он не знал. Горело Заявзье, Замоскворечье, часть Кремля. Выгорела треть Москвы. Погибли тысячи людей. Для средневекового города это чудовищные потери. Кто-то пустил слух, что виноваты во всем родственники царя, бояре Глинские, занявшиеся черным колдовством. Вспыхнул мятеж. Три дня город находился во власти восставших. На четвертый день сотни людей, вооружившись как на войну, явились в Воробьево к царю, но не жаловаться и не просить, а угрожать. Они требовали немедленно выдать Глинских для расправы. За стенами терема шумело людское море. Ивану уже чудился треск и гудение пламени, пожирающего бревенчатые стены, тонкую перегородку между ним и яростной лавой толпы. Ему ли, царю всея Руси, наместнику Господа Бога, бояться черни? Смешно. Стоит только выйти на высокое крыльцо, и все падут перед ним ниц. Царь переступил через порог, и в лицо ударило горячее дыхание чудовища. Сотни голов изрыгали брань. Слепили глаза бесчисленные зубья рогатин и топоров. И от сего уба в ниде страх в душу мою, и трепет в кости моя, и смирись, дух мой. Царь отправил в Троицкий монастырь огромный вклад – 7000 рублей. На эти деньги можно было бы отстроить пол Москвы, но царь хотел откупиться от Божьего гнева. Жертва не помогла. Царя преследовали неудачи, Иван был в отчаянии. И тогда близкий друг царя Алексей Адашев привел своего давнего знакомца, священника Благовещенского собора, Сильвестра. Никто прежде с ним так не говорил. Сильвестр возложил вину за происходящее на самого Ивана. Он, помазанник Божий, погряз в грехах, в буйстве и праздности. Его попустительством умножилось в государстве беззаконие. Он, от кого зависит судьба народа, уклоняется от государственных трудов и тем тащит свою страну в пропасть. Но Господь простит того, кто искренне раскается и встанет на путь спасения. Сильвестр рассказал царю о неких злых чудесах и видениях, явленных ему ради наставления Ивана Васильевича. Молодой монарх покорился воле наставника. С этого времени царь Иван изменился до неузнаваемости. Все прежние потехи и пиры были решительно отринуты. Сильвестр стал его духовным отцом и ближайшим советником. Он говорил ему о высочайшем положении правителя и об огромной ответственности перед Богом, убеждал в необходимости серьезных перемен в стране. Царь жадно читал труды отцов церкви, политические трактаты, летописи, донесения о положении в государстве. Именно тогда он приобрел те глубокие познания богословия и древней истории, благодаря которым получит у летописца почетное прозвище «Словесной мудрости ритор». Рядом с ним постоянно были советники и друзья, люди высокой книжной культуры. Священник Сильвестр, митрополит Макарий, Алексей Адашев. Вместе с ними молодой царь в удивительно короткие сроки проведет грандиозные изменения во всех областях жизни своей страны. Царь Иван шел по бесконечным переходам Кремлевского дворца. Пышной свите приходилось бежать за ним. Он принял непростое решение и торопился его исполнить, отбросив все сомнения и страхи. В тронной зале дворца его ждали избранные люди государства. Созванное Иваном IV собрание представителей всех свободных сословий позже будет названо «Собор примирения». Впоследствии такие соборы будут созываться для решения важнейших государственных вопросов и получат название «Земских»
С появлением земских соборов в России сложилась новая государственная система, при которой представители всего свободного населения страны участвовали в управлении государством и составлении законов. Первые же слова его речи, обращенные к собору, потрясли всех. Царь и великий князь всея Руси, самодержец, перед своими подданными покаялся в том, что был жесток и несправедлив к ним. Объявил, что сам прощает всех, кто перед ним провинился, и более опалы на них возлагать не будет. И, наконец, царь испросил согласия на проведение реформ. «И вы, братья моя, все любимые мои князи и бояре, и все православное христианство, помогайте мне и пособствуйте». Административная реформа отменила кормление, систему содержания высоких должностных лиц за счет местного населения, ввела жесткие наказания за взятки и лжесвидетельства. Следствие по уголовным делам и все поземельные вопросы перешли в ведение местного дворянства и свободного крестьянства. Была сформирована система приказов, центральных органов управления, каждый из которых ведал определенной отраслью, от внешней политики до армии. Система приказов успешно функционировала вплоть до конца XVIII века. После большого воинского смотра и торжественных молебнов 22-летний царь Иван Васильевич вывел свою армию в поход на Казань. Казанское ханство, большой осколок Золотой Орды, стоял костью в горле у русского государства. Война шла с перерывами уже почти 100 лет. 10 тысяч русских пленников томились в рабстве у казанцев. Царь Иван дважды пытался воевать с Казанью, но оба похода оказались неудачными. К третьему походу подготовились с особой тщательностью. Войско сопровождали иностранные специалисты, в том числе инженеры, артиллеристы, саперы. Артиллерийский арсенал – 150 орудий первоклассного качества. Это была армия, обновленная после реформы. Военная реформа Ивана IV укрепила и упорядочила основу русского войска – дворянское ополчение. Были учреждены регулярные воинские смотры, на которые все служилые дворяне должны были являться конны, людны и оружны, то есть на боевом коне, с вооружением и бойцами. Появилось первое в России регулярное войско – стрельцы, вооруженные пищалями и обученные огненному бою. Стрельцы получали из казны жалование по 4 рубля в год и не зависели от служилой аристократии. В конце августа Казань была взята в плотную осаду. Пушечный обстрел продолжался днем и ночью. Казанцы упорно сопротивлялись. Тогда Иван Васильевич, не советуясь с воеводами, вызвал к себе инженеров и саперов. В строжайшей тайне под стены начали подводить подкопы для мин. На рассвете, 2 октября, страшный взрыв сотряс весь город. Обрушилась часть стены и башни. Войска ринулись в пролом. Но казанцы бились насмерть. Иван поехал прямо к воротам Казани, чтобы все войско видело, что царь с ними. На помощь штурмующим бросили свежие силы. И Казань была взята. В грановитой палате Кремля царь торжественно отпраздновал победу. Вместе с ним ликовала вся страна. Казанское взятие было общей победой, национальной гордостью, объединившей все русское общество, от бояр до крестьян. Территория Казанского ханства, все Среднее Поволжье, около 700 тысяч квадратных километров, вошла в состав русского государства. Вскоре под защиту царя попросилось Сибирское ханство. В 1556 году было завоевано Астраханское ханство, и вся Волга оказалась под русским контролем. К России присоединились Нижнее Поволжье и степи от Дона до Терека. Это было время расцвета, могущества и величия русского государства, время порядка и изобилия. Отлаженная система управления,
власть закона, экономическое процветание и военная мощь. Строились великолепные храмы, началось книгопечатание. Иностранные дипломаты и купцы, прежде с опаской ехавшие в Россию, не могли поверить своим глазам. Этот князь – повелитель и царь над многими странами, и его могущество изумительно велико. Император Иван Васильевич очень умен и великодушен. Любовью к подданным и великими делами он превосходит всех других государей. Император с величайшей справедливостью управляет всем государством. Образованный, благочестивый, артистически одаренный, он очень любил духовную музыку и сам сочинял произведения для церковного хора. Иван IV находился в расцвете сил и был совершенно счастлив. Но в марте 1553 года царь серьезно заболел. Вскоре стало очевидно, что надежды на выздоровление нет. Сознание мутнело. Он все чаще впадал в горячечный бред, переставал узнавать близких. Иван понимал, что умирает. Родной брат Юрий был тяжело болен, возможно, слабоумен и не способен претендовать на престол. Сыну Дмитрию было всего полгода. Но имелся двоюродный брат, князь Владимир Старицкий, и он легко мог оттеснить царевича Дмитрия от престола. Умирая, царь велел принести присягу младенцу царевичу, но согласились не все. Протопоп Сильвестр и Алексей Адашев, ближайшие друзья, которым царь верил беззаветно, не спешили присягать его сыну. Они понимали, что возведение на престол младенца будет означать откат во времена боярского правления и всеобщего упадка. Иван умирал, чувствуя себя преданным. Царь внезапно проснулся. Было утро. Он словно воскрес из мертвых. Теперь, едва не побывав на том свете, он обрел, как ему казалось, истинное зрение. Раз уж Господь оставил его в живых, значит, еще не исполнено его, великого государя, предназначение. Ему предстоит пройти трудный путь. И на этом пути он абсолютно одинок. Ни друзей, ни помощников, ни даже слуг. Только враги. Едва встав на ноги, царь немедленно отправился на богомолье в дальний Кириллов монастырь. С собой Иван взял жену и маленького сына, потому что уже не мог доверить их никому. Его убеждали не вести в такое тяжелое путешествие жену и ребенка, но он не послушал. Поездка окончилась трагически. На обратном пути младенец Дмитрий выпал в воду из рук няньки, спускавшейся по сходням с корабля, и спасти его не успели. Спустя год родился сын Иван. Еще через 3 года Федор. И вроде жизнь продолжалась, и внешне все оставалось по-прежнему. Только между царем и его ближайшими советниками появилась трещина. И она неуклонно расширялась, сочась горечью недоверия. В каждом их слове и в каждом действии Иван видел сопротивление и злой умысел. Подозрения усилились, когда советники осмелились возражать против его военных планов. Царь настоял на своем и за первые же годы одержал подряд несколько блистательных побед. А советники все продолжали спорить, убеждая его, что война разорит страну. Но Иван не желал их слушать. Он уже не верил старым соратникам. Более того, подозревал их в измене. Алексея Дашева царь отослал в Ливонию, не дав ему сколько-нибудь определенной должности. Священник Сильвестр отправился в дальний монастырь и принял там постриг. В середине лета 1560 года тяжело заболела царица Анастасия.
она прихварывала с кирилловского богомолья. Очередные роды еще больше подорвали ее здоровье. Или же причиной болезни стал чей-то злой умысел. Больно было видеть, как мучается Анастасия. Ее лицо стало восковым, неузнаваемым. Он не хотел верить, но с тоской и ужасом понимал, все кончено. Его голубицу уморили злые люди. И теперь хоть вой, хоть кричи, все тщетно. На похоронах Иван рыдал так, что не мог стоять на ногах. Боялись, что царь помешается от горя. После смерти жены он страшно переменился. И снова, как в юности, пустился в дикий разгул. Со стороны могло показаться, что молодой вдовец отчаянно пытается заглушить буйными и непотребными потехами свое горе. И снова ездил на богомолье, молился ночами напролет, каялся и просил: «Вразуми, Господи!» Он наблюдал за жизнью монахов. Строгий уклад жизни. Общежитийный устав, не оставлявший монаху ничего своего, кроме души. Верность обетам. Абсолютное послушание игумену. Из своих тел, как из кирпичей, они строили на земле Царствие Небесное. Это ли не высочайшая цель земной жизни? Царь знал из Евангелия: Царствие Небесное силою берется. Он ощущал себя воином Христовым. И чтобы убедиться в этом, начал священную войну. В 1563 году Иван Грозный возглавил поход на Полоцк, самый большой и богатый город Литвы, древнюю вотчину Рюриковичей. Через Полоцк на всю Западную Русь шло влияние западных конфессий, а это было серьезной угрозой православию. Царь привел к Полоцку огромное войско и лично руководил всей операцией. Это была крупнейшая военная кампания за полтора века русской истории. Полоцк обладал мощными укреплениями и большим боеспособным гарнизоном. Спустя месяц непрерывных обстрелов, почти сравнявших стены с землей, Полоцк сдался. Потери русской армии составили всего 86 человек. Весть о взятии Полоцка мгновенно разнеслась по всей Европе. Иван IV торжествовал победу. В Москву он вернулся в твердой уверенности. Он делает то, что угодно Господу. А все, кто ему противится, идут против Божьей воли. Темной ночью через пролом стены в Литву бежал Андрей Курбский, князь, занимавший исключительно высокое положение, знавший все военно-политические тайны и личные секреты. Курбский не просто бежал. Он еще и стал писать царю письма, упрекая его в черной неблагодарности по отношению к верным слугам, обвиняя в произволе и слепой гордыне. Получив это послание, царь в гневе велел запытать до смерти гонца, принесшего это письмо. Но спустя некоторое время, не выдержав, написал князю Курбскому ответ, в котором опроверг все обвинения и сформулировал свою политическую программу. Кто противится власти, противится Богу. А кто противится Богу, тот именуется отступником. А это наихудший из грехов. Когда-то ему понадобилось отправиться на тот свет, чтобы узнать, что о своем царе думают вельможи. Теперь пришло время узнать, за кого принимает его народ. Готов ли он пойти за царем, куда бы тот ни повел? Накануне Рождества 1564 года Кремль внезапно опустел. Царь Иоанн Васильевич исчез. Вместе с семьей, придворными, со всей царской казной и московскими святынями, исчез. Будто и не было. Москвичи пребывали в растерянности. Никто не понимал, что происходит. Пока в Москву из Александровской слободы не прибыл царский гонец с грамотой. Царь сообщал, что на московский народ зла не держит, зато обвиняет церковные власти, знать и бояр
том, что они покрывают изменников и преступников и не дают государю вершить справедливый суд. А посему он отрекается от престола. А народ уж пусть сам решает, как ему дальше жить. Вся Москва от бояр до посадских пришла в ужас. До смуты оставался один шаг. И пока бояре собирались с мыслями, народ уже все решил. Толпы москвичей явились в Кремль и вынудили вельмож и архиереев отправить делегацию в Александровскую слободу, просить государя вернуться на любых условиях. Все это время Иван Васильевич находился на грани. Говорили, что от нервного напряжения он потерял почти все волосы на голове. Вот, наконец, разрешилось. Его народ пришел к нему и просил управлять, как ему государю угодно. Теперь царь Иоанн избран и Богом, и людьми. Торжественно вернувшись в Москву под радостные крики и колокольный звон, Иван IV объявил, как именно ему угодно. На изменников, которые государю непослушны, опалы свои класть, а иных казнить и забирать их имущество. Оставалось только воплотить в жизнь его мечту под названием «Опричнина» – инструмент для строительства Царствия Небесного на земле. Опричнина – от слова «оприч» – снаружи, за пределами. Личный удел царя с отдельным аппаратом управления и войском. Неофициальной столицей опричной зоны стала Александровская слобода. В опричнину была выделена треть территории Москвы близ Кремля, а также самые богатые земли – Черниговские, Тверские и Ростово-Суздальские, которые царь отобрал у владельцев и раздал опричникам. Опричное братство из 300 человек было организовано как военно-монашеский орден, игуменом которого был сам царь, келарем Афанасий Вяземский, а пономарем – боярский сын Григорий Бельский, более известный как Малюта Скуратов. Общее количество опричников первоначально составляло 1000 человек, позже – до 6000. В 1567 году царь получил известие, что польский король предлагал лучшим русским воеводам, князьям Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому и боярину Федорову перейти на его сторону. Возможно, это была польская диверсия. Но Иван Васильевич провел расследование и сделал свои выводы. Первым он вызвал к себе боярина Федорова. Занятно было видеть, как некогда надменный боярин в растерянности входил в царские покои. После нескольких месяцев опалы вдруг его пригласили предсветлые государевы очи. Что же он видит? Пустой трон. На нем парадное царево облачение. А сам великий государь в своей опричной рясе скромненько жмется в стороне. Ласково, но твердо Иван Васильевич велел боярину облачиться в царские одежды и сесть на трон. Федоров, не смея слушаться царя, осторожно присел на краешек трона. А государь вдруг бухнулся перед ним на колени и спросил, доволен ли он, заняв государево место? Получил ли все, о чем мечтал? Наслаждайся владычеством, которого жаждал. У боярина от ужаса отнялась речь. Вот-вот удар хватит. Пора кончать. Так начался большой террор. Казни аристократов сопровождались зверскими убийствами их жен и детей, домочадцев и слуг. Опричники в судах имели привилегии над прочими. Им позволялось почти все. Страна оцепенела в страхе. Митрополит Афанасий не в силах повлиять на царя,
оставил кафедру, сославшись на телесные немощи. Иван IV подобрал новую кандидатуру – Соловецкого игумена Филиппа Калычева. После долгих уговоров Филипп согласился принять кафедру, чтобы хоть как-то сдерживать царя. Он вступался за обвиняемых и спасал осужденных. Открыто обличал опричников, призывал царя к покаянию. В конце концов, демонстративно отказавшись благословить царя, он удалился в Новодевичий монастырь. Церковный суд, собранный по приказу царя, низложил Филиппа. Владыку подвергли публичному унижению, избили и заковали в кандалы. Вспоминал ли тогда Иван Васильевич, как ужасался и плакал в детстве, когда бояре рвали мантию на митрополите Макарии? Однако убить Филиппа Иван все же не решился. Низложенный митрополит пользовался огромным авторитетом, и потому царь отправил его в ссылку в Тверской монастырь. В 1569 году, отправляясь в карательный поход на Новгород, царь послал к Филиппу своего ближайшего помощника, Малюту Скуратова, и спросить благословения на поход. Филипп отказал. И Малюта тут же в келье задушил его. Спустя 100 лет митрополит Филипп Московский будет прославлен в лике святителей. Ныне его мощи покоятся в Успенском соборе Кремля, рядом с царским местом, где когда-то венчался на царство Иван Грозный. В тот год государь многое успел сделать. Чтобы бояре не вздумали заменить грозного царя Ивана на его кроткого брата Владимира Старицкого, князь со всей семьей был отравлен. Вскоре пришел донос, что новгородские бояре составили заговор против государя, желая предаться польскому королю. И государь с верными братьями-опричниками отправился в Новгород. Поход опричного войска на Новгород начался с массовых убийств и грабежей в Твери, Клину и Торжке. Документально подтвержденное число жертв – 1505 человек. В Новгороде царь с войском пробыл 1.5 месяца. Все это время продолжались массовые казни с применением жесточайших пыток. По несколько сот человек в день, в том числе женщин и детей. Документально подтверждено 2500-3000 жертв, а по данным летописей погибло значительно больше. Новгород и вся округа на 300 километров были полностью разграблены. Иван Васильевич пошел дальше, в Псков, где продолжились казни. Прослышав о знаменитом юродивом Николке, Иван Васильевич пришел к нему в келью. Николка усадил царя обедать и протянул кусок сырого кровавого мяса. «На, съешь. Ты же питаешься мясом человеческим». И пока царь приходил в себя, юродивый успел напророчить ему столько бед, что Иван Васильевич поостерегся продолжать казни и отправился искать сообщников новгородской измены в Москве. К лету 1570 года розыск был окончен. На площади в Китай-городе было казнено более 100 человек, в том числе главный советник царя по вопросам внешней политики, царский казначей, а также главы поместного и разбойного приказов и большого прихода, главного финансового ведомства. При этом народу было объявлено, что в бедственном состоянии страны, военных поражениях, разорений, запустений земель виноваты именно эти чиновники. На самом деле они всего лишь пытались уговорить государя отменить опричнину. Спустя год после московских казней на южной границе появилось огромное войско крымского хана Девлет-Гирея. Для отражения нашествия вышли раздельно опричные и земские отряды, но остановить татар они не смогли. Девлет-Гирей стремительно продвигался к Москве. Иван Васильевич с опричным войском ушел в Александровскую слободу, затем в Ростов. Защищать Москву осталось земское войско во главе с князьями Бельским, Мстиславским, Воротынским, которых не так давно царь подозревал в измене. Им удалось организовать оборону города. Не в силах взять Москву, Девлет-Гирей поджег ее.
Стояло необычайно жаркое лето, и город запылал так, что сами татары устрашились и поспешно ушли. Москва выгорела почти полностью. Сгорело и утонуло так много людей, что реку нельзя было очистить от трупов в течение 12 последующих месяцев. Холодея от ужаса, царь вдруг понял: Господь не принял его трудов. Он, грешный Иоанн, Божьей милостью царь всея Руси, оказался неправ. Иван IV ликвидировал опричнину. Но вернуть все, как прежде, было уже невозможно. Страна, изувеченная опричным террором, истощенная бесконечной войной, оказалась в состоянии порухи. Поруха – буквальное значение «порча», «беда». Глубочайший кризис в России конца XVI века. Пришли в запустение самые экономически развитые районы страны. Земли распахивались едва наполовину, а местами – на 10%. Население значительно уменьшилось. Часть была уничтожена во время террора, часть бежала от опричников в Поволжье и Сибирь. Возрос налоговый гнет. Цены выросли в 4 раза. Голод стал почти постоянным явлением. В 1581 году шведы захватят Нарву, Ивангород и Копорье. Главная война Ивана Грозного окончится сокрушительным поражением. России придется вернуть все завоеванные за 25 лет земли, к тому же отдать несколько областей, населенных русскими людьми. Последняя победа эпохи Грозного будет одержана помимо его воли. Богатейшие купцы Строгановы на свои средства снарядили против сибирского хана Кучума казачий отряд во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем. Ермак разгромил Кучума и открыл для русских ворота в Сибирь, благодаря чему русское государство несколько десятилетий спустя станет самой большой страной мира. Как так вышло? На что он растратил дары, коими так щедро наделил его Господь? Куда зарыл свои таланты? Ведь был гораст и слова искусно выплетать, и на клиры сипеть. Сам стихиры сочинял, сам писал европейским монархам письма, вычурные и ехидные. Победы на ратном поле одерживал. Как так вышло? Только и оставалось у него утешение – сыновья. Младший Федор был набожен, тих, но упрям. Старший Иван, наследник, отцу не перечил, интриги не плел. На войну ходил смело. Все рвался с войском под Псков, сразиться с Баторием. Но Иван Васильевич его не пускал. Хотел уберечь. 9 ноября 1581 года в Александровской слободе Иван Васильевич поспорил с царевичем Иваном и в раздражении ударил царевича посохом. По одной из версий, спор вышел из-за тактики обороны Пскова. По другой, царевич вступился за беременную жену, которая вызвала гнев царя. Острый конец посоха распорол кожу. Спустя несколько дней началось заражение крови. 19 ноября царевич Иван скончался. Слухи о том, что Иван Грозный убил своего сына, начали циркулировать почти сразу после смерти царевича. Абсолютно достоверной информации нет до сих пор. Каждую ночь князь под влиянием скорби или угрызений совести поднимался с постели и, хватаясь руками за стены спальни, издавал тяжкие стоны. Спальники с трудом могли уложить его на постель, разосланную на полу. Таким образом он успокаивался, воспрянув духом и снова овладев собой. Весной 1582 года Иван IV отправил в монастыри Константинополя, Александрии и Иерусалима 10 тысяч рублей для поминовения царевича Ивана Ивановича до скончания века.
Тогда же царь велел разослать в монастыри по всей стране огромные списки, так называемые синодики опальных, и тысячные вклады, на помин душ тех, кто погиб без покаяния по его вине. К 50 годам Иван Васильевич выглядел глубоким стариком. Из-за костных наростов на позвонках и суставах каждое движение причиняло ему боль. Он был не в состоянии повернуть голову. Почти не мог ходить. 18 марта 1584 года, накануне своего 54-летия, царь Иван Васильевич скончался. Непосредственной причиной смерти могло стать кровоизлияние в мозг после горячей ванны. Версии о насильственной смерти не имеют документального подтверждения. Его сын Федор Иоаннович был венчан на царство в день своего 27-летия. Уравновешенный, добродушный, кроткий и ласковый со всеми, он был полной противоположностью своему отцу. Одни считали его слабоумным или блаженным, другие же почитали как великого молитвенника и мудрого правителя. Возле трона остались самые доверенные и в первую очередь родной дядя царя, Никита Романович Захарьин-Юрьев, от которого впоследствии пойдет династия Романовых, и брат царицы Борис Годунов. В стране, перекроенной реформами Ивана Грозного, истощенной Ливонской войной, изувеченной опричниной, нужны были хотя бы несколько лет мира и тишины. Прибывший по приглашению Федора Иоанновича Константинопольский патриарх учредил в Москве патриарший престол. Митрополит Иов стал первым патриархом Русской Церкви. В это же время в Москве возвели новое укрепление – стену Белого города. Многие города, большие и малые, получили крепостные стены. На севере, на Белом море, строился морской порт Архангельск. На островах возникла северная твердыня, мощнейшая крепость, которая никогда не будет взята, Соловецкий монастырь. Русская армия отбила у шведов северные земли, потерянные Россией при Иване Грозном. Отряды казаков-первопроходцев, сумев с царской поддержкой закрепиться на Урале и в Сибири, возвели Тобольск и Сургут и пошли дальше на восток. Правление Федора, которое потомки назовут мирным и безмятежным, продолжалось всего 14 лет. Царь Федор Иоаннович умер на 41-м году жизни, зная, что он последний. Династия Рюриковичей на русском троне пресеклась. Государь не указал преемника, полагаясь на волю Божию. Вдовствующая царица Ирина вскоре ушла в монастырь, и на престол после напряженной борьбы взошел ее брат Борис Годунов. Энергичный, деятельный, опытный управленец, он имел все шансы вывести страну из затяжного кризиса. Но после 7 лет правления Борис Годунов скоропостижно скончался. В стране началась смута. Череда самозванцев на престоле, гражданская война, интервенция, разруха. Русское государство оказалось в одном шаге от гибели. Со всех концов необъятной страны шли люди. Крестьяне, бояре, купцы, воины. Те, кто уцелел после войны, голода и разрухи. Шли, чтобы решить свою судьбу. В марте 1613 года, в самом сердце разоренной страны, русский народ сделал свой выбор. 1-м царем новой династии стал 16-летний Михаил Федорович Романов. Отсчет истории русского государства начался заново.